Привет-привет всем. Всех, кстати, с прошедшими праздниками. Вот, пожалуйста, все. Так что, кстати, да, трансляция тут сегодня, ребята, у нас на канале. У Евгения идет на Good Game, да, Жень? И на Твиче, ребят, ссылочки там все есть. Нет, у меня не на Good Game, у меня на Твиче только идет. А, только на Твиче, ребят, да. Значит, у Хлам ТВ на Ютубе, ну и у меня на трех платформах сразу, ребят, если что там. Так что привет Good Game, привет Твичу, привет Ютубу. И всем подписчикам, ребята, подписчикам Евгения, всем огромный привет. Всем, всем, так всем что... привет. О, кстати, Миша 72 подтянулся. Привет, привет всем. Чем заниматься сегодня так, будем? Ну, Кто у нас сегодня? Так, я на посеве. Так, самое интересное, у нас, Жень, тебе надо, это как его, мы там еще игроки те, ну ладно, еще у нас Кирюх там спец более-менее. Там, в кавычках. Стоп, ребят, давайте всех представим, о чем мы. У нас сегодня еще с нами, между прочим, играет Кирюха, это который председатель нашего колхоза. Всем здрасте. Так, Серега Хлам ТВ. Всем привет. У которого тоже трансляция идет. Санек, как всегда. Он что-то вылетел. Санек, ну, сейчас подойдет. Никого не день, значит, где-то он здесь. И Игорян 138. Игорян. Всем привет. Так что вот такие вот дела. Вот сейчас мы это самое, как бы. Сейчас мы найдем, чем нам заниматься. Я сейчас только доеду, блин. Взял тут, Кирюха прикупил тут такой аппарат внедорожничек. Я просто не удержался. Решил на нем проехаться маленечко. Машина ураганная. Вот, кстати, вот сейчас к нам подсоединяется. Так, и сейчас у нас тут Анечка. Привет, Анечка. Привет, солнышко. Ребята, всем привет. Привет, Ань. Привет, привет. А ты где читаешь эти комментарии? С Good Game? Я нет, я с Ютуба читаю. Вот, с Ютуба? У меня какого? Написано было, что чат отключен. А я включил. Я прямо перед самой этой трансляцией. Слушай, а я куда-то улетел, что ли? Не пойму, да. Походу, пока этот чат читал, да, улетел. Я прям перед самой этой трансляцией включаю. Угу. А ты вот. Что-то даже как-то растерялся, думаю, что это за херня еще. Не. Я на этой. Так, сейчас я точилу, блядь. Загоню тут на. Да-да, я вот поехал на этой шляпе. Погоняю сейчас. Блин, насколько я понимаю, она едет только вперед и назад. У меня тоже здесь люди здороваются. А я пытаюсь повернуться. Я, кстати, сегодня руль поставил. Я подцепил руль, блядь, чтобы попробовать. Да, сегодня. А сегодня почти. А, да, у нас сегодня три руля, по-моему, да? А четыре руля в игре. Ебать, все-таки я, блядь, чуть не впоролся нахуй. А как на ней повернуть, я не понял. Сбушить. Жень, привет, с прошедшими тебя. Спасибо, спасибо, ребят. Всех тоже с прошедшими праздниками. Надеюсь, все замечательно отдохнули. Я вот, если честно, я сегодня вот приехал буквально сутки за рулем. Сразу на стрим Леха пригласил. Говорю, ну давай, че уж. Все равно уж спать. Блин, а еще. Спать-то ложиться, думаю, блядь, ну не то не сё вообще ложиться спать. Блин, Жек, ну ты как сказал, что, говоришь, сутки за рулем, думаю, ни хрена себе, думаю, вот это, говорю, блядь, этот. Это я говорю, куда еще? Он говорит, может, перенесем? Он говорит, не, нормально, все, запланировали, значит, все будет. Толкните кто-нибудь в бок Шредера. Анечка спрашивает, а что там, Карабаш, голос его вроде? Ань, конечно. Да. Так что, видишь, Аня пишет, привет, Жень. Как всегда, нет, в другую сторону. В другую. Я вам к тем деревьям поеду. Ни хрена себе мусор. Отлично. Да, я на нем еду. Это спортивный автомобиль, блядь. Спортивный мусор. Это максимально. Это, кстати, максимальная его скорость. Я вообще не могу. Кирюха, а у нас что, больше тракторов нет, что ли, ни хрена? Дайте какой-нибудь трактор, что это. Да иди, Лёх, на комбайн, да. И какой-нибудь, не, какой-нибудь тракторишка, что ли, не знаю, там, что-нибудь такое там лупануть. Ни хрена, вот это ты жатку, что ли, поставил, новую? Ну да. Давай за уборкой сразу вспашка и посев будет.
Охренеть, блядь. Не, Серег, пока тут до Спасски тракторы. Трактор нужен. Ёбать. Слышь, ну вот это вообще капец какой-то нахрен. Ты можешь, так, Серег, сразу же сеять, если хочешь. Без Спасски. Так, сейчас. Так. Ну я же тебе говорю, трактор. Жень, тебя тоже, здесь все ребята, да, Димон, поздравляю тебя тоже с прошедшими всеми праздниками. Ага, спасибо большое. Блин, слушай, ну сегодня день самый тяжелый, ребята. Вы чувствуете, что все, пролетели праздники, пролетели. Вот он, капец, начинается. Так надо, надо вливаться, вливаться, видишь, еще какое-то время будем еще вливаться только в это во все опять обратно. Разлились мы по праздникам. Я теперь не говорю, вливаться надо. Так. А где, блядь, у меня тут труба-то нахрен, блядь, а? Надо спилить и этот. А есть у вас, как они называются-то? Телега-то какая-нибудь. Куда сложить-то можно? А вот это какой? А сейчас Игорян, а сейчас давайте, я сейчас гружу. Ты мне это как его. А, у вас вот один, один прицеп только, да, у нас. Слушай, а надо, надо еще, надо, Кирюх. Может, там еще один прицепчик надо? А то у нас так не. У нас же под дрова на самом деле. Кредит возьмем этот небольшой. Кредит берите нахрен, бабу, все равно ничего не отдавать не собираемся. Это сейчас нормально. Кто сейчас у нас кредит отдает, пацаны? Ну это смешно сейчас. Давно тебя не было. Да ладно, меня не было-то неделю, господи. Женя, а что за Аня? Она на Ютубе у пацанов в TeamSpeak, по-моему, да? В RaidCall'е. Да, да, да. Помогает. Это наш администратор. Да, да, она помогает пацанам. То есть админ канала. Вот так вот. Так. А что, пахать будем или сразу сеять? Я что-то прям не аж не ожидал. 52 человека, это как-то прямо это самое. Серег, сразу же сеем, не парься. Ребята, соскучились, Жень. Ты, на самом деле там это как бы. Ты давай, отпуска сокращай свои. Не-не-не, отпуска нельзя сокращать. Работа такая у нас психологическая, то есть как бы очень сильно на психику давит, так что тут нельзя расслабляться. Нет, ты, блядь, слушай, с этой, блядь, жаткой, я не знаю, как тут, блядь, ты ее хрен подгонишь, нахрен. 280 метров в ширину, нахрен, я не знаю, тут, наверное, все поле. Оп! Одним махом можно ее убрать. Всем привет, тебе здесь пишут, у тебя, кстати, в Твиче. Я вот твой чат, кстати, открыл в Твичевский. Да, я тоже смотрю, как раз сейчас, я тоже все, сейчас аж 4 этих. Два стрима хоть пополам разорвись. Пополам разорвись, да, это Люцифер. Так-то в общей сумме. Кстати, ребята, привет, Люцифер, привет. Сколько чего? Ребята, всем привет. 5 стримов в общей сложности. Да, блядь, 5 стримов, блядь, на 5 этих нахрен идет. Ну это нормально, что, зато можно все, блядь, все концы поля можно просмотреть, где кто что делает, где лес, где сеют, где убирают. С разных камер все поглядеть. Да, где кто-то под кустом, да. Короче, сейчас не скроешься, да, как на обычном стриме, на одном. Там можно раз кому-нибудь одному зашкерился, да, там где-нибудь. Этого раба нанял там нахрен, и пускай вкалывай, да, ты там где-нибудь. Но с крыши наблюдаешь, а тут хренушки, тут сейчас, блядь, тебя засекут везде. Егор, ты меня ждешь-то, поди, да? Ты меня ждешь-то, да? У меня просто, видишь, турбированный двигатель, ты, может, ты сзади подтолкнешь чуть-чуть? Слышь, блядь, да, у тебя так точило. А может этот, возьми вот этот, как вот джипарь там, не знаю, им там, он такой мощный. Им там толкнул, блядь. Подтолкну, я уже с телегой еду. Давайте там. Да вон, наверное, хорош. Хорош. Стопы. Так. Раскладываем. Турбоскорость. Сложить, изменить, выйти. Включить дробинку. Бе. Сергей, Серж, я вас всех троих смотрю. Евгений, большой привет. Привет, привет, не, Люцифер. У Лёхи будь. Так. Он у нас пойдет. Нам надо туда. Нет, вот туда. Вот так. А, нет, она падает туда, куда заканчивается резко. Так. Там, если громко, напишите звук. Я вроде бы поправил. Сейчас вроде громко не должно быть.
Сука. Ух, так. Старый мальчик леса там, блядь. Так, Лёха, убери. А, гирлянду брать. Все, пацаны, понял. Сейчас... Я вообще их завтра уберу, да, уже у нас вроде. Или до старого Нового до года. До старого Нового года я вот оставил. Оп, 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 братла, не туда, не то убрал. Не то убрал. Так. Сейчас вот сюда я уберу, ага, вниз. Вот так вот, все, пацаны, чтобы время было видно, ага. Да, до старого Нового года мы надо оставить все-таки. Пускай повисят нахрен. Хоть какое-то, блин, праздничное настроение. Вы же знаете, мы отмечаем все праздники. Мы начинаем с католического Рождества, китайский Новый год, там, я не знаю, там, Новый год, там, православный, там, потом эти, как его, Хари Кришна, там, ну и все вот это, халабалу. Я уже отвечал на этот вопрос, вот мне постоянно его задают. Сергей Агапов спрашивает, если бы ты не насобирал донатами на ферму, ты бы не покупал ее, покупал или не покупал бы? Я бы ее не купил, я уже говорил про это, и то есть повторюсь еще раз, я бы ее не стал покупать. Да я огрызочек закину. Оп. Представляете, братва, сколько вы потеряли, братва? Застрял. Не, ну действительно, то есть я не собирался ее покупать по одной простой причине, потому что, ну, смысла большого не было. То есть я как-то не больно-то вижу, что что-то есть новое здесь прямо. Не, ну ты знаешь, что-то мне она вот, блин, вот я не знаю, что она завлекла, но я, когда смотрел, Жень, твои стримы, знаешь, у меня тоже было такое впечатление, думал, ну вроде то же самое. А когда вот изнутри в нее вот сам влазишь, ну все-таки согласись. Не, ну да, ну видно, что там поработали над движком, это видно, конечно, да, невооруженным глазом. Но опять же, движок-то тот же самый. То есть, понимаешь, сколько бы ты его не улучшал... ты не добьешься никакого хорошего эффекта. Это хорошо, когда ты его используешь, допустим, один или два раза, например. Но когда ты его используешь уже в 11-й, в 15-й раз, это уже нехорошо. Ну да, да, да. А Качата, давай... Давай я тогда здесь буду стоять, срезать, да и все. Оп, оп, оп. Подожди. Может, эту шарманку поближе подвинуть? Так. А зачем? Ну, давай так. Ну, поехали. Бревнишки. Подожди, подожди, подожди. Стоп. Стопки. Сзади надо будет еще сейчас спилить, потому что оно мешает. Угу. А? Чай, Горян, я вот этот кусочек доберу, прям как раз, наверное, будет почти сотка. Так, что ты говоришь сзади? Сзади дерево. Да-да-да. Я сейчас. Так, так. Стоп, вижу. Так, Тагир, вижу. У меня картинки стрима нет, только голоса. Как такое может быть? Ты чё? Скорость Вовчик, интернета не позволяет. Быть. Пускай обновит браузер или в другом браузере откроет стрим. Да-да-да. То есть не в Хроме, например, а там в Мозиле, там еще в чем-нибудь там, чем еще пользуешься. Нет. С другой стороны. Да. Как в том мультике вашу маму и там показывают. Да, да, да. И там, и там показывают. А почему бы не купил? Так. Да почему? Я же объяснил, почему бы я не взял. Понимаете, я
Я все-таки приветствую развитие в игровой индустрии, а не стояние на месте. Мне, знаете, просто я очень большую ошибку допустил по поводу того же самого Спинтайроса. То, что я его снимал очень-очень долго, продолжительное время, я очень уже об этом жалею. Просто понимаете, аудитория, которая основная сейчас в Ютубе находится, она вся, в принципе, спинтайросовская. Вот. И большого, так скажем, резона нету. А там, по-моему, прицеп уже полный. Или нет еще? Что-то куда-то все пропало. Или нет? Не-не-не, по-моему, не помню еще. Да, кстати, просто соглашаюсь полностью, да. Вот именно просто по поводу Спинтайроса, да, потому что очень многие, да, там вот именно. Они приходят, понимаете, сейчас на стримы. Вот и одним единственным занимаются. То есть один единственный вопрос: а почему нет Спинтайроса? Да почему нету? Потому что игра мертвая. Вот почему нету. То есть. Игру, которую бы я хотел показать, то есть она еще в раннем зачатке, мы ее покажем вместе с разработчиками, так сказать, побеседуем на стриме, и как раз я вам покажу ее, она сейчас у меня находится. Вот, выяснилось, что у меня какой-то аж старый билд, там половина того, этого, ну, то есть функции не работало, сейчас уже все работает. Там пацаны достаточно очень оперативно работают с данной игрой. С названием пока ничего толком не пойму. То есть мы с ним разговаривали 1-го, по-моему, или 31-го, или разговаривали с одним из разработчиков. Вот, беседовали мы, и я так толком спросил у него. Он говорит, вроде бы есть название у игры. Я скриншот, кстати, в группе выкладывал. Вот. Но такой. Как сказать? Ну, название вроде есть, но это название пока рабочее. Я к этому как бы так отношусь. Жень, а смысл в чем? А что за игра там? Шутер? Что он такая там? Нет, это не шутер, это развитие в дальнобоях. Это в принципе получатся новые дальнобойщики. Ну, тоже симулятор, да, то есть получается? Ну да. Этот симулятор будет, так сказать. Ну, вкратце, если выразиться там, да. Симулятор будет именно не связанный. Главной роли не будет машина. В главной роли будет человек, который будет управлять этой машиной. Понимаешь, ETS. В ETS в игре главную роль играет в ETS игре. Это машина. Или, ну, или, грубо говоря, машины. Потому что их там много. В той игре, которую я хочу вам представить, то есть в ней не будет главную роль играть машина. Она будет играть роль вторую, там, третью, какую хотите, то есть, но явно не первую. Первая роль будет отведена именно водителю, который будет управлять. То есть именно вот такие и должны быть дальнобойщики. Я, знаете, недавно просто что-то сидел. Сидел, да, вспоминал вот тот билд, который он мне прислал. Вот, я посмотрел его, сидел как раз, пока мы с ним часа два разговаривали. По скайпу общались. И как бы я почему-то вспоминаю Дальнобойщиков 2. Когда мы вот разговариваем с ним об этом проекте, я почему-то Дальнобойщиков вспоминаю второй. Вроде бы, да, ничего такого основного-то там, по большому счету, и не было, но она была интересная. Слушай, а когда ждать примерно, Жень? Ну, в следующем году обещают что-то предоставить уже. Вроде как бы будет где-то ближе к весне что-то уже, какой-то рабочий вариант. А, то есть в этом году, то есть, да, то есть в 17-м? Да, 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 в 17-м году. Интересно, вот это на самом деле интересно. Так, так, ребята, привет. Так, значит,
Максим Чербаков, здорово, Леха, Земляк и Женька. Здорово, здорово. Всем, всем привет. Так. Да его, по-моему, туда так не затолкаешь. Мы тогда столько мучились, мучились и так и не затолкали его толком. Больше возни, Кири. Так. Вовчик, тоже тебе привет, тоже пишет. Здравствуйте, Алексей, Евгений, приятного стрима. Спасибо, Вовчик. Сергей, вот у меня, знаешь, у меня такое впечатление, что я знаешь, как в том анекдоте про разговора глухого со слепым, блядь. То есть это та же самая история, понимаешь? Глухой он... Я понял. Он жестикулирует, а слепой он не видит, что он ему показывает. То есть это то же самое. Вот мне этот как раз анекдот и напомнил. Вот. То есть я тебе сейчас объясняю, ты мне спрашиваешь, как думаешь, в 17-й ферме улучшат лес? Это невозможно сделать. Невозможно. Как тебе это объяснить? О! Понимаешь, в движок игры закладываются функции основные перед тем, как основной движок, основная игра выйдет. Вот. И менять уже что-то по ходу развития игры, менять основного ничего не получится. То есть сначала собирается, так сказать, сердце игры, это ядро, движок. Собирается движок и придумывается сразу же геймплей. То есть для чего вы готовите игровой движок? То есть что вы хотите в конце из него получить? И в принципе, то есть как-то так. То есть в процессе уже доработки на движке у вас ничего не получится. То есть вы сможете дорабатывать что-то, перекрашивать текстуры, там что-то, какие-то скрипты немного дописывать. И больше ничего. То есть, а основной движок вы уже не поменяете. Понимаете? Вот как придумали изначально вот это сраное дерево, что оно всегда таким было, что такой вот шум создавался от него чудовищный. Извращенски выглядевший. Еще с 11-й фермы, с 9-й фермы. Оно точно такое же, понимаете? Оно не изменилось нисколько с 9-й фермы. Я имею в виду с 2009 фермы. Потому что движок-то идет именно оттуда. А сегодня на дворе 17-й год. Не заморачиваются, короче, они. Смысла нет вот с этими заморотами. Я думаю, что это последняя ферма. Больше на этом движке уже ничего никогда не выйдет. Если они конкретные кретины, я назову уж так, извиняюсь, конечно, за оскорбление, но... они такие стримы не смотрят просто. Вот, если они такие кретины просто, они, конечно, они будут как и ETS. ETS продавать вам по цене 15, блядь. Будут выдавать ее за ATS и продавать вам ее за 15 стоимости ETS, блядь. То есть это та же самая игра на том же самом движке, но, блядь, она в 15 раз, блядь, дороже. Ну, это я уж Жень, и так обобщаю. Америка, да. Америка — это чисто DLC Евротрека. Это понятно вообще, прям, понимаешь? Я не знаю, почему это сделано отдельной игрой. Это, блядь, я вот просто, блядь, какой-то... Алексей, когда движок игры уже умирают, и разработчики это понимают, они уже ничего не могут с этим поделать. Они не хотят, понимаешь, закупать новые движки. Это дорогое удовольствие, очень дорогое удовольствие покупать новые движки игровые. Тот же, допустим, там купить движок Frostbite, да, и на движке Frostbite там создать просто обалденную игрушку. Это никогда не получится, потому что маленькие конторы, ну, SKS это контора, она, в принципе, я бы не сказал, что она... нищая контора, но там, походу, за бабло вообще никто не отвечает и никто не контролирует. И они в будущее не смотрят. То есть, все закончится именно на этой игре и на этом движке. То есть, будущее у этой конторы никакого. То же самое к ферме относится. Я уже говорил миллион раз. Печально, очень печально. Так, кстати, да, Дзюба71, спасибо за подписочку. Спасибо, дорогой. Да, про ДТС я сейчас что говорил.
Ну, пока ДТС, так скажем. Пока я говорю, там разработка идет, может, 100 раз еще что-то поменяется. Кирилл, ты хочешь целое дерево туда запихнуть? Ну, с образом. Толкай, конечно. Че там тянуть, да? Сразу его заволакивай. Ногами там подработай, Кирилл. По-нормальному. Подпинуть его туда, подопнуть. Да, отсюда надо. Там же можно из кабины вылазить, нахрен. Вот и... пожалуйста. Ты думаешь, что-то получится? Ну, должно. Включить Би. Это Андрей Лобанов. Это Карабаш говорит? Совершенно верно, Андрюх. Да. Так. Отпускай. Отпускай. Ну и так лезет сейчас. Денис АСД пишет. Я не знаю, кто говорит, но говорит в точку. Это говорит Евгений Карабаш, ребят. Да я уже 2 года об этом говорю, и никто, походу... Да. Ну, это естественно, что никто к этому и не прислушается, потому что просто собирать деньги с населения гораздо проще, и не смотреть в будущее, да. Это проще делать, понимаете? Как вот, например, тот же самый... Я банальный пример приведу. Все знают трейн-симулятор. Все знают. Раньше он назывался Rain Train. Ну, то есть, его как только не называли уже, лишь бы только продавать этот движок. А движок-то старый, блядь, как моя бабушка, вот, которая давным-давно умерла уже, понимаете? Невозможно его продать. Как ты его не назови, он не станет новее ничем. Люди-то тоже не дурачки, они же видят все прекрасно. И в этот раз Train Sim World. Нам дали бету пощупать Train Sim World на движке Unreal Engine. Сейчас его разрабатывают. Это получится хорошая игра. Но до финального этапа ее еще года 3-4 пилить будут. Чтобы она запускалась на каких-нибудь более или менее средних компьютерах. Потому что сейчас она... тупит чудовищно, там 35 FPS максимум выдает на достаточно мощных машинах, и в том числе моя не исключение. Так что как-то вот так вот. Да. Так, Игорек 138. Спасибо тебе, дорогой, за подписочку. Так. Че ты хочешь, пильнуть? ТВ не лезет. Ну что-то сильно тяжелая, не лезет ни хрена. Ну сейчас тебе ее отпустить, она повиснет на этом, на станке. И перехватиться надо, и все, нормально получится. Нет, а вот с другой стороны, Женя, нет выбора у тех, кто на самом деле, да, например, я немножечко человек сумасшедший. Ну, наверное, не немножечко, а по полной программе, тут многие подтвердят. Вот. Я, например, вот фанат Евротрека, да, там во всех исполнениях, да. Особенно вот сейчас, когда вот еще тем более поиграл вот в разные карты, да, там Восточный экспресс, тем более в Байкал, когда на самом деле я ощутил, что вот Байкал, вот Гобы, это вот в натуре совершенно другая игра, понимаешь? No. Это совсем другое понятие о Евротреке, понимаешь? То есть вот именно, где приближено к реальности максимально. Я не говорю за километраж, да, который один в один. Я не говорю, когда время. Я говорю про то же, про обман заказов, да. Вот я посмотрел, на самом деле, Жень, я посмотрел канал, правда, недавно начал смотреть у Гобы Лайф канал его, да, где его были вот эти из жизни. Когда он работал дальнобойщиком, да, как дальнобойщиком, когда его там обманывали, разводили, пытались, вернее, обмануть, не обманывали, его не обманешь. То есть на Микине там такого человека не проведешь. Вот. Где там пытались его там впихивать в рейс, в Пермь нахрен, когда там без разрешения, там, хрен знает куда ехать, какая дорога, если там подъезды, да. И вот это он, человек из жизни, который вот эту шкуру дальнобойщика, он не на картинках видел, не в кино, а на самом деле, который он это воплотил. Вот он все взял из жизни, ниоткуда, понимаешь? И вот это все он, про дороги, да, про вот эти
про то, что карты порой не соответствуют, да, там, в действительности, вот, вот это он все воплотил в игру. Вот совершенно другие ощущения вот, получаешь от этого удовольствия. Поэтому, и вот, что я начал-то говорить, то же, допустим, вот нам деваться некуда, кто вот фанатеет, да, вот этих игр, да, им приходится играть вот то, что есть. Ну, нового ничего не выходит, мы даем себе отчет, что да, нас совершенно верно, нового ничего не выходит, что тот же самый движок, что мы платим какие-то бешеные деньги там, да, за какую-то ДЛС-ку Франции, да, которая там, я не знаю, там, она стоит от силы, по идее, если по-большому разобраться там, должна быть доступным этом, ну, рублей 200 стоит, и то это максимальная цена и потолок. Это же не игра, Жень, согласись. Но... Некоторые игры, да, как раз, она стоит 300 рублей, а тут какая-то ДЛС-шка, да, там, с куском карты, который там масштаб, не знаю, за 5 минут ты проезжаешь 1000 километров, да? Ну, грубо говоря так, то есть я утрирую, естественно, да? И она стоит, да, там по 700 рублей. Офигеть, ну это нормально, нет? Такие расклады. И, ну, вынуждены, кто эту игру любит, да, причем любят очень многие, и они вынуждены тратить вот эти бабки, да, там. Так, а для фанов это и сделано. Да, да. Это, понимаешь, это не сделано для таких людей, как я, потому что я мыслю немножко по-другому. То есть у меня нету конкретно какой-то там... Ну, я не скажу, что нету какой-то любимой игры. У меня есть любимые игры. Но эти игры относятся к годам 90-м. К концу 90-х, начало там 2000-х годов. Да, тогда делали игры со смыслом. Сейчас игры делают хорошие, большие, с открытыми локациями. Иди куда хочешь, да, вот взять GTA-шку. Но ничего не меняется, ничего не меняется, все одно и то же. Расстрелял нахер всех, машину сел и уехал. Как в GTA это было, начиная с GTA 2, да, что открытый мир. Ведь GTA-шка, она по сути-то, она была всегда в 3D. И начиная с GTA 2, она же всегда была сделана в 3D. Хотя с видом сверху она была в GTA 2 сделана. Вот, но она всегда была уже в 3D сделана. То есть тогда просто технологии, ну, не, точнее, не технологии, а не тянули компьютеры. Если бы они ее тогда сделали, что не с видом сверху, а с видом, допустим, от третьего лица, тогда бы, естественно, компьютеры просто не тянули бы это все. Идея тогда была новая, идея была хороша. Сейчас же, опять же. Меняется только графика со временем, а нового вот ничего, собственно, не получается. Так даже, Жень, не везде даже меняется. Вот я тебе пример, да, на котором ты лично убедился, это «Мафия 3». Там даже с графикой немножечко там, ну... То есть ожидали гораздо большего от этой игры, да, когда она должна была выйти, там. Я помню, как ты ждал, да, там, то есть вот-вот выйдет сейчас третья «Мафия». И было какое-то разочарование такое, ну, было все-таки. Потому что не такого ожидали, ожидали большего от этой игры. А это можно мой первый стрим посмотреть. Как только она вышла... Я по нему говорю, да. Ну, мы же ее включили в 6 утра и начали в нее играть. Это было вообще весело. Я там все на свете проклял, что вообще, как бы, эта игра вышла. То есть сразу вот это негодование. Хотя я не читал никаких там спойлеров по поводу игры, что это полное говно, что там еще что-то будет. То есть я такого ничего не читал, то есть потому что я заранее обычно не интересуюсь ничем, потому что я сужу как бы, ну, так сказать, со своей колокольни только смотрю всегда, не рассуждая с колокольни чьей-то. Вот. И как бы, да, было разочарование. Ожидание-то какое было, да? То есть там, ёлки-палки, сейчас все будет нормально, все сейчас новая игра, то есть там что-то там в графике изменится, да, что-то какое-то. А осталось, в принципе, то же самое, даже порой где-то. И я особенно помню тот, когда ты, да, там, даже по качеству текстур, да, когда там были вот эти косяки конкретные, просто были конкретные косяки. Походу вышла она сырая, то есть и на скорую руку сделана, сляплена там, я не знаю. Так, всем привет. Кстати, спасибо большое за подписку, Флетрони. Все полна коробочка. Тащить надо, продавать. Упс. Продаем все нахрен, Кирюх.
Продаем все безжалостно. А у нас опилки, они же продаются у нас, по-моему, в амбар. Или не в амбар они у нас. И сразу бабло дают прям. Не-не-не, около 10-го поля вроде. Да, там... я просто забыл, где уже продается. Сейчас посмотрим. Там сейчас вроде вспомню. Бы триггер. Так. Антон Гейм, Антони Гейм, привет, спасибо. Так. Андрюха спец, привет. Опа, ёптать. Чуть не прощелкал нахрен. Коммерция. Салон Грабаш у меня пишет. Да-да. Так, Тевис, здорово. Лёха, Женя и все ребята. Тевис, привет. Привет, Евгений. Ребята. Всем привет. Удачи тебе на стриме, всем привет. Кто с тобой играет? Привет, Дмитрию. Спасибо большущее за донатик. Привет, Дима. Коммерция. Ну, как тебе сказать, коммерция? Понимаешь, люди, да, люди все равно... Когда начинают создавать или разрабатывать игру, они в первую очередь всегда задумываются о том, что эта игра будет она зарабатывать или не будет. Она же не создается вот просто так вот, ни с того ни с сего взяли, допустим, создали, да. То есть она же не делается с этим уклоном. Все равно люди, конечно, задумываются, а получится ли, выгорит проект, не выгорит. Конечно, задумки разные идут у людей. У разработчиков в том числе, вот, у издателей. То есть стоит ли вложиться, да, издателю в разработку данной игры. Опять же, но все равно разработчики должны работать, не думая о деньгах. Разработчики должны думать о игре. Творить, да. То есть, понимаете, это как художник. Если он думать будет сидеть о деньгах, продаст он эту картину или нет, он не нарисует ничего абсолютно. Потому что там нужно, так сказать, особое настроение для того, чтобы творить. Вот. Так же, как и, например, в Ютубе. Вот знаете, если бы я целыми днями сидел, задумывался о деньгах, допустим, год назад там, или там, полтора года назад, ничего бы этого бы давным-давно уже не было. Просто понимаете, те копейки, которые там YouTube платит мне, да, то есть это несоизмеримо. То есть вложение моего времени в YouTube там или в Twitch, например. То есть, понимаете, я пришел не зарабатывать деньги в YouTube. Я пришел, наверное, может быть, поделиться с людьми своим таким никому не нужным мнением, в кавычках. Вот, это был юмор, если кто-то не понял. Ну это ты, да, это ты сутрировал, Жень. Ну, да, сутрировал, мы поняли тебя. Просто Жень, как бы... Так, спасибо большое, так, Кот Нуару Пашки с донатик, спасибо огромное. Пишет, здорово, Леха, Женя и все ребята, всем удачного стрима. Спасибо, спасибо большое. Привет. Себе... Так, Евгений 70 Рус, спасибо за подписочку. Что, удачи, всем улыбалась вам. Спасибо большое за пожелание. Ну, привет, Евгений. Рад слышать твой голос. Ну, привет. Привет. Наконец-то, Жень. Да, ребят, что-то давно не было Евгения уже. Неделю. Я отдыхал неделю. Это дохрена, ты что это? Это дохрена, Жень. Надо было просто оторваться. Да мне еще надо было, я говорю, съездить. И дорога-то не близкая была из-за этого. Вот. Так что как-то так. Короче, там, ребята, короче, надо Евгению собирать донат на передвижную стрим-лабораторию, да? Нет. И в любое время, короче, стримить. Я тебе серьезно говорю, я даже когда куда-то, если уезжаю, ухожу, улетаю, я не беру с собой никакие гаджеты вообще, я отрекаюсь сразу от всего. Да, я не любитель этого вообще. То есть, допустим, приехать отдыхать, да, там, к бабушке в деревню и
сидеть, ковыряться, допустим, на планшете или на ноутбуке, да, там смотреть, ого, они подписки там идут или там просмотры идут. Нет, я вообще на это на все не смотрю. Я вот приехал, допустим, сегодня, зашел на почту, смотрю, две игры прислали. Ну, неизвестные компашки, там, начинающие, так скажем, постоянно присылают игрушки. Вот. Инди-гейминг, так называемый. И просто, ну, одну я точно показывать не буду на своем канале, потому что она, ну, ни о чем не понравилась она мне сразу. Птичка бегает, прыгает, как в Марио, например, да, то есть только не Марио, а птичка. То есть с таким уклоном 8-битной консольки, как раньше Денди было. Вот. Я не хочу смотреть на такие игры. Я пытался посмотреть на них, но мне они не понравились. А вторую игру прислали, она, похоже, сделана на Unity. Я ее даже еще ключи не активировал. Я посмотрел, там же мне со ссылками сразу присылают, что за игра, сразу ключ к ней присылают. Вот. Она, похоже, сделана на Unity, и там гонки, гонки на какой-то летучей машине. Я что-то как-то тоже так... Вкратце поглядел. Нихера как дерево багуется. Да-да-да. Так, что? То есть ни хрена она тебе не приперла, да? То есть не та, не та получается, да? Ну да, я бы не сказал, что я прямо в восторге ни от той, ни от другой игры. То есть, понимаешь, такое, знаешь, впечатление, что люди не хотят разрабатывать что-то новое, а просто тупо пытаются заработать на чем-то старом уже, на заезженном, так назовем уже его. Хочется чего-то нового, понимаешь, привнести. Я понимаю, что игровая индустрия, она как таковой идет там с далеких-далеких там годов. Да, Серег, проезжай, я подожду. Там с 19 века, да, с... Вот. Но... Опять же, блядь, хочется чего-то нового увидеть. Но авторы не хотят ничего нового превозносить. Они хотят творить то же самое, но только на, допустим, другом движке. Ну да. Вот Вовчик пишет на Гудгейме: Евгений всегда и во всем прав. И правильно говорит по делу. Поддержу тебя, Вовчик. Женя, пили? Сейчас, сейчас, секунду. Не, но все равно, возвращаясь к прошлым этим разговорам, как раз вот про Спинтарос, вот на самом деле, да, Жень, многие, в том числе я скрывать не буду, что первый, я вообще пришел на YouTube, вообще пришел к этому, я пришел, когда единственный раз случайно, я вообще YouTube не смотрел, как-то что-то, какой-то ролик с ребятами смотрели, что-то там, ну, про аварии, знаешь, там типа стоп-хам или еще какая-то фигня, так прикалывались. И там справа, да, вот такие, как эти, там, ну, там, типа реклама, да, там видосиков, похожее видео или что-то такое. Uh-huh. И раз такой этот выложил там, ну, игра там какая-то, да, там, смотрю, там какие-то грузовики, думаю, дай-ка посмотрю. И что-то нажал, так думаю, ну, посмотрю, какая-то, думаю, как хрень какая-то, да, там какой-то едет этот грузовик по какой-то там грязи, там, по лесу. И так что-то, ты знаешь, сел. И незаметно что-то где-то часочек я просмотрел. Потом дай-ка на канал подписался, думаю, дай посмотрю. Потом так и так, и в общем, короче, так пошло. Вот правильно ты, Жень, сказал к тому, что именно многое прошло через Спинтарос. Потому что Спинтарос там в свое время, ну, был очень сильно популярен просто. А знаешь, почему он был популярен? Потому что это было ново. И он бы, ну, был, да, дальше популярен, и можно было франчайз разворачивать. Просто понимаешь, можно было франшизу в любом случае мутить с него, потому что идея была нова, и когда Загребельный создавал его, он не задумывался о деньгах, он о них вообще даже не думал. Это был обычный, никому не известный, никому не нужный проект. Ведь о нем узнавали люди-то только из... Но ему было очень интересно его делать. Да. Он сам был заинтересован, понимаешь, как художник, допустим, в картине, а не как художник, который сидит на кассовом аппарате, блин. Художник должен быть голодным. Это пословица такая, она, причем она давнишняя, и походу она подтверждается. Ну что, переедем или что?
Ну давай сюда тогда. Ну, можно туда переехать. Давайте выпилим сначала. Там что, 6 деревьев осталось, по-моему. 3, 4, 6, 7. Богдан 3, 4, 4 пишет. Женя, передай всей бригаде привет. Всем, пацаны, вам привет. Спасибо большое. Спасибо. Так. Витёк, как успехи? Витёк, успехи вообще шикарные. Просто прям пашем. Сеем, ну, убираем. Все. Пилим. Сейчас. Андрюха Шик, здорово. Хлам ТВ, у тебя там как дела на канале? Лёшка чат у не читает. Я читаю, Вань, ну просто, ну мы так общаемся попутно, ребят. Вы же нас простите, мы, у нас тоже много интересных тем. У нас, знаешь, у нас не бывает времени вот так вот пообщаться, да. Вот мы, сколько у Женю тогда мы уже не разговаривали, я уже забыл, когда последний раз, да. А только на стримах так и общаемся, по идее, ребят. То же сами понимаете, вот, хочется пообщаться. Работа, поэтому, у всех работы, да, у всех какие-то свои дела, да, из-за этого. Ну, из-за заморочки, да, поэтому, да, может, интересно нам пообщаться бывает. Кому-то позвонили, возьмите трубку, черт возьми. Да, кому набрали? Кому набрали, пацаны? У кого там старый телефон стоит, квантовский? Признавайтесь. С ручкой, с крутящим. Да-да-да, с барабаном с таким крутящимся. Да-да-да. Колесо счастья. Так, ну чё, мы вот это все убрали. Можно. Так, тут уже, я понял, меня пахали кругом. Будем здесь прорываться. Пни его чуть-чуть. Я уже что-то его кромсаю, и что-то не больно-то все получается здесь. У нас еще корчеватель стоит, так что кто там на тракторе горел. Сейчас уже пеньки вырубать. Серёнь, ты уж все засел, нет? Осталось то поле большое ему засеять и все. Иди так, котлет, там блинчик, зэка. Блинчик несешь. Да. Надо этот блинчик закинуть. Потому что его в любом случае потом подбирать придется. Он же не перепахивается сам по себе-то. Кстати, надо врубить ее. Сейчас залезу. Бе. Так. Блинчик, еще один здесь. Блинчик есть. Нет? Нет. Сука. Пропал. Кто-то украл. Блять, воруют. Так, это нормальное явление у нас уже. Художник должен быть не столько голодным, как иметь пару грамм. Не знаю, каких грамм пару. Надо говорить пару грамм ангельской пыли и вдохновен. Да, я что-то тоже там не понимаю. Про наркоту, походу, там написано. Да. Это из Арии. Нет, это или мы, Жень, понимаем, я тоже, у меня мысль такая промелькнула, да, там про пыль, да, там про но это. Не, ну тут что-то такое более высокое. Ну, видимо, не для наших средних умов, ребят. Нам можно попроще. Это из Арии песня у них, ангельская пыль, там именно про это. А, вот видишь, Серега понимает, о чем там идет речь. Так. Лёшка, тогда почитай чат сверху. А хрень там сверху, понимаешь, мне сейчас. Так. А что, если там что-то непристойно, Аня, налево-направо там этим, как его, топором там махай, да и все что. Ты знаешь, что делать? Саня, вон там я чуть-чуть пропустил там тоже. Про наркоту, скорее всего, да. Куда дерево упало. Так, Олег много пропустил. Да не, как обычно, здесь.
А что тут среди через деревья проезжать можно? Ну где-то да, походу. Некоторые багуются, да. Я чувствую, это дерево меня сейчас унесет. Слушай, я только единственное, я почему-то здесь не могу ничего поднять, вот до предмета, да, в одиночке поднимаются, вот рукой захватываю, а здесь почему-то не могу, просто не захватываю. Это нормально в мультиплеере так, или это ненормально? Наверное, так задумано, скорее всего. Даже рука ни хрена не появляется, когда подходишь к предмету. Погоди, вот, погоди секунду. А что с пеньком? Пеньку подъезжаешь, начинаешь выкорчевывать, выпиливать. Так он не хочет. Ну, значит, он как-то срезанный. Вот только в дробильню. Нет. Че такое? Где не хочешь? Ты что, там яйца собираешь? Где он? Пацаны, а кто яйца спер уже все? Я то хотел, так втихаря, никому не сказал, думаю, пойду яички пособираю. А яиц нет ни хрена, хотел пару сырых выпить. Да это Игорян, вот, походу. Вот. А вот то это да, подсел. А то нет. Нет, там просто нужно из стороны в сторону эту пилу двигать. Вот, и ловить момент, он обязательно начнется. Просто они некоторые багуются, и триггер срабатывает вообще не на пеньке, а где-то рядышком. То есть это нормально. Для этого движка это нормально. Давай посмотрим, как братва работает. А я хочу, да, как вот сейчас Игорян сейчас вот будет. Едим, покурим. Покурить это хорошая идея, да. Это вот. О, смотри, Игорян, вообще прям. Как будто это самое. Так. Жень, извини за вопрос не по теме стрима. Когда будет арк? Не знаю. У меня, понимаете, у меня нету его в планах, этого арка. Мы его пытались, понимаете, показывать. С пацанами даже сервер сделали. Ну, то есть, такой дочерний, да, там. Даже делали сервак, создавали, то есть. Ну, не идет он. Понимаете, люди его не смотрят. Для кого показывать? То есть, если его смотрит 5 человек, то есть, сами представьте, я буду тратить по 5 часов в сутки своего времени на то, чтобы, допустим, стримить, да? Стрим хороший, чтобы сделать, то есть, это нужно, ну, нужен продолжительный стрим делать, потому что это выживалка, и в ней нужно очень долго все делать, и все это долго, ну, и крафтится, и собирается, и все прочее делается, то есть, сами понимаете. Что за, допустим, 30 минут там вообще в принципе ничего не покажешь. Покажешь только топор, успеешь показать топор. И, я не знаю, голову лысую, блядь, можно показать этого чувака. И все. Хотя можно нигу сделать. Но это уже другое. Ну, это, скажем так, специфическая игра, там не все как-то, знаешь, вот это... А потом, Жень, я уже тебе говорил, да, до стрима, там, хреново сейчас, да, я не знаю, как в арке, да, вот то, что раз, вот такие, вот, ну, такого плана, как игры арк, раз, да, до хрена приходят этих, как его называется, стрим-снайперов, да, так называемых. Как у нас вчера зашел, такая же фигня была, блин. И... По идее, да, если там играть по-серьезному, очень долго времени надо на эту игру тратить, чтобы что-то обосноваться. Не, ну видишь, допустим, сделать это в плане арка там не получится. Потому что, то есть там порвут его в лохмотье буквально в два счета. Толкните дерево, пожалуйста. Жень, а мы уже сталкивались, да? У нас вот Барс туда вот есть тоже, который в арке играл, там ребята, которые серваки были. Тоже там такие конфликты возникают. Вот именно в таких, где вот можно рейдить, это прям... Для некоторых это прям, ну, как сказать, отдушно. Прийти вот, да, чисто набрать вот этих там чит-кодов разных, да? Там, наркота появляется. Для них, да. Есть. Он зашел момент. Прям. Бомбанул, разбомбил, он играть не будет, он не будет ничего строить. Именно они смотрят стримы, да? Вот садится человек, да? Видит, стрим идет,
и надо туда срочно зайти, бомбануть, засветиться, получить там свои 5 минут славы. И хрен с ним там, пусть трава не растет, забанят его сервака, не забанят. Это вопрос другой, но свои 5 минут славы он получил. То, что ну, он понимаешь, он кончает от этого, потому что такие да. люди, такие люди, они, видимо, с этого кончают. Я, конечно, не знаю, я такой хуйней не занимался, если честно. Извиняюсь, опять же, за мат. Согласен, да. Я просто такой херней не занимался, и нам, может быть, из-за этого и трудно судить их с такой колокольни, то есть... Потому что мы, может быть, действительно тоже там сможем. Но мы, опять же, кончаем на женщинах, так скажем, а они кончают от того, что стенка рухнула или дом упал, блядь. Но это, конечно, это нездоровая, наверное, какая-то фишечка-то, нездоровая она. Привет, Олег, привет Нижнему. Это, ну, это обычно лечится, психологами лечится. Походу, ты знаешь, походу, наверное, уже не лечится. У хейтеров, у них же точно такая же проблема, ты понимаешь, в чем дело. Вот он пришел, что-то ляпнул, а то есть ему насрать же вообще. Он пойдет, там еще сделает, там 58 аккаунтов. Но вот то, что он там ляпнул, то, что на него внимание обратили, он в трусишки полный накачал рукожоп и все, понимаешь? Он счастлив, и я счастлив, что он счастлив, в принципе. Да. Пускай таким макаром, но... Понимаете, делать добро для других людей – это гораздо эффективнее, и там-то нам всем зачтется. Вот. А делать да, гадости, творить гадости, это нигде не зачтется. Да и по да, жизни вот это, в принципе, не зачтется нигде. Жень, ребят пишут это самое, давай к нам в Раст заходи на сервак. Мы как-то тоже начинал играть. Ну тогда его неплохо, кстати, посмотрели. Ну, по поводу Раста. Жень, не вопрос. Наш сервак в твоем распоряжении без проблем. Нет, я ничего не говорю. Надо просто подумать, надо зайти, посмотреть, поглядеть, что как. Тут же видишь, в чем проблема. Просто, ну вот, опять же, к читерам. То есть, ну вот к читакам, да, которые там приходят, там что-то там дом разбомбить. Просто можно, допустим, за 5-6 часов можно заебенить такой замок себе, блядь, что там вблизь он даже не подойдет метров на 200-300 к нему. То есть его там разбирать его будут пушки только в путь. Можно, конечно. Лёха, дай я полью, пожалуйста. Это тоже, понимаешь, игра. Раст, если смотреть опять же на нее. То есть, если в нее играть, в нее нужно играть долго. То есть, я имею в виду стримить ее долго по часовому. То есть, это часов 5-6 надо стрим один хотя бы делать, чтобы... Но допустим, ты раздели на много серий, что какая разница, там построил, хоп, там что-то, ну, какой-то... Да нет, мне это не принципиально да. же время-то. Да, первый день, да, там, знаешь, какой-нибудь там, ну, как обычно, что я тебя буду учить, что ли, ты сам все прекрасно знаешь, но... там... Просто, да, что единственное, что на самом деле, да, согласись, даже я думаю, что и 24-часового стрима может не хватить, чтобы там конкретно там сделать такое. Ты знаешь, у нас, мы когда играли на каком-то серваке, тоже делали стримы, ну, не наш был сервак, мы заходили, мы вроде сделали там шикарный дом, у нас там были турели, вся фигня там, две стены защиты. А был парень, который, видимо, на этом серваке сидит очень долго там и упорно, и он нас буквально за 20 минут в пух и прах разметелил, то есть замуровал нас в доме, вытащил все наше там имущество, ну, и, короче, то есть, ну, там видно был, да, он такой бывалый пацан, он там уже давно сидит на этом серваке, у него там куча своих нычек, всякой фигни, вот, но теперь, конечно, проще, даже теперь у нас вроде как бы свой сервак. Ну. И если что, мы можем там банить. Раз там какой-то пришел, да, как вчера олень, да, там он начал там пырить. Ну, видно было, да, ну, человек, который зашел на 5 минут, вернее, зашел, и через 5 минут он уже имел ракеты, да, и начал нас бомбить. Но нереально, да, за 5 минут, кто их знает хорошо, раз, скрафтить там ракеты, да, то есть это да, какой-то надо понятно, путь пройти. Что...
Это было явно, и причем стоит, да, там какая-то у нас, да, Серень, какая-то античитерская программа, которая нахрен... Ну, стандартная там. Ее надули. Стандартная, которую обошли легко, которая обходится, видимо, как вот мы убедились на личном опыте, элементарно, очень просто. То есть товарищ ее обошел. Не, просто видишь, может быть, действительно, тут же, например, какой-то блогер, который... Я вот, да, кстати, вот по теме Раста, опять же, я вот на днях смотрел видеоролик от какого-то чувака, он просто занимается именно рейдами, он снимает именно как они толпой, да, там да, человек 10, да, они толпой выносят какое-то здание. Они штурмуют там охуенные небоскребы, вот, они все разламывают в пух и прах, у них уходит на это почти весь день, то есть у него ролик получается 30 минут, но он сам за кадром признается, что они почти весь день, блядь, потратили, чтобы добраться до его припасов. Ну ты понимаешь, и что, вот, и если они пришли вот и забрали его добро, а что они от этого получают? А ничего, Жень. Ну, они вот сам процесс, это... сам процесс. Сам процесс, Жень. Наверное. Может быть, прикалывают. Сам процесс, ты понимаешь, они, которые нас, да, у нас вот этот, который нас на серваке, на, где вот мы играли, который нас тоже... Ему нахрен, у него этих запасов, да, он сам их там раздавал некоторым ребятам. Ему они не нужны. Ему сам процесс, понимаешь, он от этого фанатеет, что он пришел, кого-то грохнул. И причем он нас не грохнул. Он мог бы убить нас всех, да, там еще что. Ни хрена, он просто вынес наши запасы. И потом об этом написал даже, он говорит, ребята живут восьмером, а я один. Короче, их зарейдил и за 20 минут вынес там все это дело. Понимаешь, он, у него сам процесс, ему не надо. Ему вот это добро все, которое у нас взял, оно ему ни к чему. No. Сам про... А некоторые, да, понимаешь, даже я тоже смотрел эти стримы по Расту, вот так бегал, что даже порой бывает, что больше набирает Игорь, просмотров. Игорян, хочешь попробовать? Те... которые именно рейдят, понимаешь, которые не созидают, а которые фигачат. Ну, ну, это там, понимаешь, это всегда так, да, это всегда так. То есть есть герои, а есть антигерои. Антигерои всегда большим почетом пользуются, потому что они показывают плохую сторону. То есть, а плохая сторона, она всегда славится у кого? У школьного возраста, я имею в виду дошкольного возраста и у школьного возраста, то есть... Здравые люди, например, вот как мы с тобой, да, и еще там миллионы блогеров. То есть они вот такой хуйней точно не займутся. То есть, самое интересное, это процесс самого развития именно, а не того, что ты показал всем, вот какой ты дом разломал. У меня знаете, вопрос, вот кто вот такой херней занимается, простой вопрос. Напишите, пожалуйста, мне куда-нибудь, хоть на почту, хоть в комментарии куда-нибудь. Что вы от этого, вы кончили от этого? Что вы от этого получили? Мне просто интересно. Я обычно на женщинах кончаю. Если вы кончили от того, что вы раздолбили домик, я вам сочувствую, ребят, ей-богу. Да, ребят, на самом деле жалко. Это лечить надо. На самом деле жалко. Может, ты знаешь, а есть на самом деле какая-то патология, люди, которых не, может, которых бьют в школе, знаешь, еще где-то бьют. Да, и он понимает, что он хоть здесь может оторваться. Ты знаешь, как обычно бывает. Вот в школе он, вот понимаешь, такие... в школе, допустим, он не герой. Да. Он там в полной заднице, то есть. И все его чморят там и все прочее. А вот на просторах, например, интернета, он может показать себя, какой он герой. Он потратит любые деньги на читы, но он будет там героем вообще. Да. Это просто замечательно. Просто, ребят, не нужно путать одно с другим. То есть реальную жизнь с компьютерной игрой нельзя сравнивать. Или с компьютерным там какой-то выживалочкой, например, вот в ферме, там еще что-то там, Раст или Арки. То есть это вообще разные вещи. Жизнь совсем немножко другое, да. Не надо там. Как бывает, да? Где-нибудь на работе какой-нибудь начальник, да, такой плюгавенький, там небольшого роста, вид такой. И он гораздо будет такой злостный, потому что отрывается, видимо, за трудное свое детство. Зря ты это написал.
Ну да, ну что-то он написал, что-то нас ждет. Все проголосовали за бан, так что бан тебе, дружище, пока. Наложить заветную печать. Проклятие. Да, пишет, зря ты это написал. Я просто даже не вижу. Он что-то там про какую-то игру написал. Что-то там ждет кто-то кого-то. Пока. О, господи, как я пугаюсь с этого Патрика, бляха, когда у меня донат. Я все потише его хочу поставить каждый раз, и каждый раз я забываю его потише поставить. Я пугаюсь его вообще. Как у Гобы, да? Там тоже он пугает, он все время передергивается. Вот-вот, я здесь тоже. Как ты сидишь в ферме, расслабляешься, так, ну, рассуждаешь. Ички, да, ламповый стрим такой получается потихо, и тут так раз, и... Дмитрий, спасибо большое за донатик. И Евгений, извини за вопрос не по теме стрима. Ты будешь играть в Miscreated? Miscreated, ребят, у меня есть он. Miscreated. Я просто не знаю даже с кем в него играть. Он у меня есть. Это я так понимаю. Если ты в чате сидишь, наверное, напиши. Это, по-моему, на движке этого. На движке моем любимом. CryEngine. Если я не путаю, то это и есть игра. Это тоже выживалка. Она обалденная просто. Но она, сука, на английском языке вся полностью. И никто не заморачивается. Да. Но она вообще... Мне она вообще понравилась. Я зашел, поиграл. Если это эта игрушка, то там напиши, что про нее, не про нее. По-моему, на этом движке там про зомбарей надо. Машину там можно собрать себе. Вот. Детали там к машине все соберешь. Самое главное, не забыть, где тачку, блядь, видел последний раз, которую ты собирать собирался. По-моему, это... Вот, да, пишет. Значит, про эту игру я и думаю. У меня, понимаешь, у меня нет людей, с кем бы я мог поиграть. Я один раз... У босса есть эта игра. У босса 5 Димки. Вот. Но я его как-то приглашал. Он что-то вроде говорит, давай. И все. И на этом как бы все закончилось. Я купил игру, и в результате она у меня сейчас вот лежит как бы, так сказать, неприколоченная. Вот. Мертвым грузом, короче, да? Угу. Не, ну игра, она, понимаешь, она на движке CryEngine, она обалденно выглядит, она охеренная. Да, разрабы. Я тоже попробовал, тоже положительные впечатления. Угу. Мы обязательно посмотрим, я ее покажу, ребят. Я ее так и даже не показывал, я ее включал, посмотрел, я говорю, просто я искал она людей, с которыми... Она в мультяшке, нет, Женя, или она да, одиночка? Да, мультиплеер. Да ты че, правда, что ли? Да, там только единственная, я говорю, проблема, это полностью английский язык, то есть, и придется, так сказать... Там вроде бы как-то особо нечего переводить, по-моему. Ну, но... есть там фишки, там, описание того, допустим, что тебе на машину надо. Ну, когда ты, допустим, соберешь уже там пару машин, конечно, ты эти уже все названия запоминаешь, и по большому счету переводить-то уже и нечего. Но крафтинг, там используется система крафтинга, она есть достаточно, там сложный крафтинг. И он, блин, как бы это как таковой. Трудноват он там. Ну попробовать можно, слушай, но это мне то, что если мультиплеер, меня это заинтриговало нафиг. Ну, такие вещи я люблю. Miscreated она называется, она в Steam, там рублей, по-моему, 400-500 стоит. Сейчас не скидка помню. Была на нее новогодняя. Да. На плея, по-моему. А сейчас, кстати, сейчас подождите, посмотрю, сразу покажу ее. Кому, если интересно, можно зайти посмотреть. Так. Так, сейчас я быстренько вот так вот сделаю. Так. Так, пока читаю. Магазинчик. Рабочий стол. Так, магазин, пошли. Ctrl-V. Ух, нихера, она сейчас 1100, ну, 1200 она стоит.
Не, достаточно дороговато она. Но она у меня есть. Вот он мне пишет. Miss Crated уже находится в вашей библиотеке. Она обалденная. Надо 3 месяца надо по-любому отыграть, а потом посмотрим дальше. Да, допустим, если там не понравится. Ну, не то, что не понравится, а уже раз приезд, да, уже можно искать другие серваки, да, там какие-то другие игры, где можно уже этот, ну, побегать. Сейчас, хотя вот многие жалобы, да, идут там, да, вот по поводу той же GTA-шки что-то, сейчас стало вообще какое-то повальное, идут баны. Вообще там непонятно, вот как Санек, как всегда его там забанили, там непонятно там за что. Еще у нас там часть ребят просто, говорит, играли, ну, как обычно, без читов, без всего. У нас такого принца не принц. Я сегодня зашел, опять читера поймали. Ну вот, видишь там, а я не сомневаюсь, что это может быть читер, да, вот, которые читеры ходят и хрен ловят, блин. Они там бегают, там, причем не стесняясь, они показывают это все на стримах, да, показывают в открытую, что они там читеря, да. Я видел по CSGO прям вот эти, как бы, прям откровенно читера, да. Да, мы читер, вот нас чит, мы там видим сквозь стены, видим то-то. Они показывают на стримах, и хрен, вот тебе, пожалуйста, хрен кого забанят. А тут ребята зайдут, а ну, может, где-то похулиганят, да, там. Хренак тебе, тут же тебе бан прислали. Ну, как, короче, в Евротреке, да, сейчас в мультиплеере тоже тебе могут. У нас тоже было случаев навалом, когда ребят просто... Я понимаю, да, там кто-то на самом деле шел активно, там, и создал. Я прицепи, приспособленную сейчас отцепил. А когда вот какие-то мелочи там начинают банить, это уже фигня получается. Я думаю, это какая-то дискриминация по национальности. Это у нас полегка сделать. Мы сидим, ролики смотрим. Так, ну что, да, пока это сам, может, время перемотать, перекурчик сделать. Пока время мотается, что надо нам полят, пофигачить там. Вообще у нас что с баблом, пацаны? Ну, скажите нам, какие у нас двадцатка? Чего? Двадцатка? Да это нам в ресторан после этого, после стрима сходить не хватит ни хрена, если на дискотеку. Да в забегаловку не хватит. Что такое? Да какая забегаловка? Да ты что, сейчас туда-сюда, там-сям, там это... Гамбургер не хватит. Да там, да, ну хватит там даже... Ёкаламана, ну чё ж мы пахали, то есть убирали, пахали там, что-то ребята там дерево пилили там, стружку там снимали, и чё, бабла у нас так и нет нихрена? Не, ну это не порядок нахрен, это надо что-то как делать, я не знаю. Для пьянки оно что-то продать. Залипает, сука. Сейчас, подождите секунду, так. Ого, ни хрена, вижу, да. Так, Росомах, 10 рус, спасибо большое за подписочку. Спасибо, дорогой. Так, что стоим, Лёх? Саня, короче же, у нас мы посеяли все, а вот теперь надо ждать, когда урожай созреет. Сейчас начнем перематывать. Я думаю, устроим небольшой перекурчик для нахрена, как его, и дальше, наверное, займемся. Так как я умею только копать, могу не копать. Так. Димон, как дела? Димон, отлично. Ваня, привет. Так, Аня Катюхина у меня созрел. Интересный вопрос. Анечка, мы все во внимании. Что за интересный вопрос? Скажи-ка нам. Если мы в курсах, мы на него ответим. Так что вот такая вот игрушка. Да, слушай, нормально, да. Ну, мы его сейчас посмотрели, то есть... Да это... То, что движок красивый, конечно, CryEngine всегда хороший, классный движок. Норм игруха, игра норм. Ну, посмотрим на нее. Запустим, побегаем, посмотрим, поглядим. Может, даже сегодня, за это самое, после стрима, чуть-чуть передохну, запустим, я посмотрю, покажу ее вам. Я, в принципе, смотрел. Позырю. Вот Аня пишет вопрос: как вы думаете, являетесь ли вы авторитетом для своих подписчиков? Ань, ну это, скорее всего, вопрос не к нам, а наверное, вопрос для подписчиков. А мы-то откуда знаем? Для кого мы. Может, наоборот, может, там. Поэтому.
Не, мы тебе точно не можем на это ответить. Это пускай ответят подписчики. А как мы можем на это сказать? Ну да. Так. Demons 1979, спасибо за подписочку. Спасибо, дорогой. Так что вот, ребята, если можно, да, вы ответьте там, да, в чатике, там напишите. А вот у... Не, ну, там один минус, искать друг друга очень долго. Но это во всех, ну не во всех, будем так говорить, не во всех играх можно искать друг друга очень долго. Например, H1Z1, вот это вот. То есть, она вот тоже у меня еще по предзаказу купленная. Тогда мы потом, по-моему, тоже собрали на нее какую-то копеечку, и, собственно, я ее приобрел. Но она тоже не пошла, то есть, собственно. И сам проект-то тоже классный. Вот. Сейчас его везде продвигают, я смотрю, он там, по нему там всякие небольшие турнирчики устраивают. Как бы классно все это выглядит. Но, я говорю, то есть, здесь дело вкуса, понимаете, нужно привлекать конечно. Людей, чтобы, если они будут смотреть, то да, конечно. А вот, например, то, вот так же Лехе, ну, ЦАВ-9, ее вот, например, если, понимаете, за штуку покупать, за 1200, да, то есть, где гарантия... То есть, где гарантия, что ее смотреть будут? Кирюха, едь на помощь. Так, а... Оленька, привет. Привет, Оленька. А купить ее так, для себя тоже, как бы, ну, нахер она нужна, да, то есть. Не, слушай, ну, не, если она у тебя есть, Женя, можешь же попробовать, да, хотя посмотреть, что за игра. Да, ну, она, раз, она у меня есть, да. Да, стримани, просто посмотри, может, на самом деле интересно будет. Она, может, да, знаешь, даже, может быть, не с первого раза она зацепится, может, там... А потому что, ну, все, что-то новое, да, допустим, я вот сейчас посмотрел, да, у тебя вот эти отрывочки, я на самом деле, мне как-то, ну, я вот, например, не особо видел вот эту игру где-то в деле вот такую. А потому вот, что, может... я тебе говорю, она дорогая. И... Дорогая, да, да. Она дорогой проект, потому что сам движок был дорогой. Но ее не раскручивает никто. Не раскручена, как GTA 5, понимаешь, и не раскручена. Поэтому, может быть, да, на самом деле... Она, если такая тем более игра, если в нее можно играть в мультиплеер, да, и с такой графикой, то есть там, то я думаю, что возможно, да, она сейчас, как-то не ошибаюсь, если не ошибаюсь, она в разработке сейчас до сих пор. Ну, она так и висит еще, там, да. Там, по-моему, еще это маловато контента. Ну так ее же нужно, понимаешь, на что-то же ее нужно разрабатывать. Вот они и выложили ее. Ну да, это правильно. Так, Жень, тебе. Оленька, привет Карабашу. Да. Привет-привет. Тоже. Так. Привет всем. Привет-привет. Так, через что стримлю? OBS Studio, да. Пока OBS Studio. Но есть уже в планах, благодаря Евгению, там другие варианты. Пока OBS Studio, да, совершенно верно. Я открою вам секрет. Я сегодня с Лехой разговаривал по поводу X-Split'а. Он, да. он интересовался, просто понимаете, OBS это не всегда выход из положения и не всегда хорошо. Да. Я скажу даже еще больше по секрету. Ребят, вы не видите справа, да, еще 1 сантиметр. Потому что OBS Studio игру Ферма не захватывает целиком. И у вас украден 1 сантиметр справа. Там, ну, где-то примерно. Так что, понимаете, а вот X-Split, он этот сантиметр не украдет. Поэтому у вас чуть-чуть не хватает с правой стороны сантиметрика. Это несущественно, но так, чисто к слову. Ну, не, ну программа все равно хорошая. То есть, да, я считаю, что если вот, например, человек действительно готов, ну, так сказать, стримить постоянно, то эта программа, она просто незаменима для стриминга. Ну, естественно, она платная, ребят, потому что, как уже вы сами знаете, редко бывает что-то хорошее бесплатно. Бывает и плохое платно, бывает такое. Но в данном случае
видимо, здесь выбора нету, потому что на самом деле, если уж стримить, и чтобы все было в нормальном качестве, и было проще, вот не терять картинку, да, там, не ковыряться, чтобы не было каких-то сбоев, там, да, как бывает вылета, там, ОБС-ка может тормознуть иногда, там, поэтому надо с этим как-то, за это надо платить, скажем так. Так, устранять, ребят, ну, устранять нюансы. Лично я пошел на перекурчик. Давай, да. Прям буквально, да, 3-5 минуточек, я прямо сейчас я буду, пока у нас здесь урожай. Здорово, бандиты, здорово, Агапов, здорово. Жень, тебе привет от Ивана 23. А, Ванятка, привет ему тоже. А че вы без модов играете? Мне кажется, тут техники и так завались, нам это бы освоить. Нет, я имею в виду, что модов нету на придавливание, допустим, там, урожая, на грязь мода нету, там, ну, на всякие вот такие нюансы. Придавливание – это тема хорошая, я за. Угу. Да качё бы, я бы вам просто скинул всю пачку тех модов, которые вот мы использовали при игре у себя на сервере. То есть я бы вам вот всю пачку скинул. Они, в принципе, все доступны в этом. Ну, там есть пару модов, которых нету. Ну, так скажем, когда ты вот нажимаешь, да, там, скачать этот мод. То есть, в серваке в самом, да? Да, то есть скачать мод, например, и он не перетащит тебя. Игра тебя не перекинет на скачку этого мода. Его отдельно нужно докачивать. Ну, погуглить, если, то есть, эти моды можно найти без проблем. Они забугорные. А на наши российские поделки опять посмотрел. Господи, блядь, одно и то же каждый раз. Компилятор изобрели, вы выкинули компилятор, просто тупо скомпилировали все то, что было, без всяких изменений, поправок и всего прочего. То есть как были и там все эти баги, так они все эти баги и остались, переехали, собственно, в 17-ю ферму. То есть ничего не поменялось. То есть это залог такого, что со скидкой продается. Никто Джоскин не хочет купить себе джойстик. Джойстик там со скидкой продают. Женек, где босс Рон Леха? Не знаю еще. Я еще вообще, ребят, ни с кем даже не здоровался. В TeamSpeak не заходил сегодня. Я сегодня только приехал сразу на стрим. Я сутки еще не спал, ребят. Я в дороге сутки, прикиньте. Сутки, блядь, за. Вань, видишь, сами ждем, когда урожай созреет, так что у нас тут пока лишний народ не нужен. Точнее, просто делать нечего. Вот делать стоит. Нечего, да. Но... Нам надо будет вот сейчас сюда переехать, да, снести нахер эту. Четыре дерева эти. Запилякать их. Так, так, так. Евгений много пропустил. Карма, ты можешь сам посмотреть, сколько ты пропустил. Набери в чате восклицательный знак и слово «время» напиши по-русски. Без пробела. Да, блин, что оно отцепляется? Все, все слитно. Напиши и тебе... Отпусти ты его и заново. И Nightbot тебе покажет, сколько ты пропустил. Где ты был? Потом расскажешь, потом расскажу, конечно. Тихо, тихо, Игорян, сейчас я взлечу. Игатаева. Вот и взлетел. А сзади же был этот противовес. Санек, ты чё отцепился-то? Зачем он нужен, если тут поливалка была? Ну, чтобы не перевесило, вот так вот бревно. Так ты придерживай, я приходу, ну чуть-чуть. Может вообще легче отъехать отсюда и вы подберете его. Видел новый моник. Оль, привет тебе еще разочек. Бэнк видел.
А я больно ты. Есть, где можно общаться. Я, понимаете, я не интересуюсь же всякими новыми железками. Они мне не нужны, понимаете. Какая мне разница? Вышли там новые моды, там еще. Ну, я имею в виду новый монитор, там новые, там, не знаю, еще какая-нибудь приблуда. То есть, понимаете, меня сейчас все и так устраивает, и все замечательно, все великолепно. То есть я не вижу никакого смысла в приобретении какого-то там навороченного себе супер-мега 18 там. О! Как они называются? 18К мониторов. То есть на кой хрен они мне нужны? Зачем? Да, 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 да. А тем более, сейчас все равно постоянно, Жень, все равно апгрейд, постоянно приходится апгрейды делать постепенно. Ну да, железки. Железом, да, интересуюсь. А вот интересоваться. То есть там новыми мониторами, какие они нужны? Вы че, ребят? У меня стоят два монитора. Один из них лыжа, второй Philips. Оба Full HD. Я стримлю в Full HD и в 720. Почему так, собственно, в 720p? То есть, потому что пока на Твиче, как вот будет, допустим, от 150 и выше смотреть человек, то есть мы будем включать Full HD 60 FPS, то есть и чтобы ни у кого не лагало, тогда картинка будет хорошая. То есть, понимаете, здесь зависимость идет, то есть чем больше людей будет приходить на стрим и смотреть тебя, тем выше ты можешь выставлять качество своего стрима. Вот, тут фишка, короче, в этом состоит. То есть, чтобы ни у кого не лагало. По-моему, урожай созрел. Вот сейчас я уже выдвигаюсь к нему. Андрюх, я не знаю, кто тебя забанил на Твиче, я там сейчас меня там нету. Иван, ссылка на РК внизу. Но мы сейчас в другом месте секретном. Ну, так. Очень секретно. Дальше Горян, отъедь. Ну, эта ветка достала меня уже, надо. Может, этот кончик спилить к чертям собачьим? Не, ну если забанили, значит, можно забанили его? На дело. По-другому-то быть не может. Чё там? Так, все созрело. Значит, Женек купил всё. Себе телефон, да, купил, ребят. Ну, обзора я по нему делать не буду. Но я его покажу, конечно. И на стриме также покажу его там на вебку. То есть я смысла не вижу делать на него обзор, потому что обзор на него и так гора. Че утро ждем, да, Кирюх? Что, какое утро? Давай. Да, можете убирать. В чем проблема? Я, кстати, вчера... Время только надо остановить. Вчера сидел, ржал по поводу телефона. А он водонепроницаемый, то есть без проблем можно купаться с ним. А вот мобилка. И, собственно, вчера я чихнул на него. Что-то, короче, сидел, ну, сижу так, в телефоне копаюсь, что-то мне какую-то программку надо было, и я сидел в этом, в App Store, ковырялся. И все. Нет, я не iPhone, ребят, взял. iPhone уже как бы не на моде. Да, я бы не сказал, что не на моде. Тот, который iPhone я хотел взять, тот iPhone, он стоит таких же денег, но камера там никудышная, оказывается. То есть я съездил, посмотрел, мы проверили, покрутили его, повертели, поснимали. То есть потестировали его, дрянь какая-то. Я передумал, короче. Сейчас, Жень, этот 5SE сейчас вот там единственный, который у него камера, а остальные что шестерка, что семерка, конечно, камеры не ахти. А вот 5SE, да, там камера хорошая на айфоне. Кирюха, ну, я так разбираю. Ну, там в то же время он и по цене, но он как? Ну, по цене он, естественно, меньше, чем та же шестерка, чем та же семерка стоит он. Примерно сейчас долларов 500, вот так вот, если брать 5SE. Семерка-то вообще косарь стоит. А ты какой взял, Жень? Пятерка у меня, Galaxy. Или 5S, блядь. Я до сейчас что-то. Слушай, 5S, по-моему. Как, ну, как это? Сейчас, подожди, посмотрим. Я еще тут это не разобрался толком, блядь.
Сидел, ковырялся в нем вчера, позавчера, блядь, ковырялся. Всем привет, Вольфрам передает. С настройками. Ему тоже привет. Привет. Привет ему, да. Я, конечно, меня прикололи эти. Ну, я давно знаю, что приблуды есть на телефоны, у которых ИК-порты есть, ну, на более современных телефонах. У них есть пульт дистанционного управления, то есть опциональный. То есть под любой телевизор можно, любой телевизор там включать, да, переключать, да, каналы, там все это настраивать. Ну, вот меня прикололо эта фишка, я вчера вот сидел, смотрел на нее. Так, Galaxy App Store, нет, это не то. Где, блядь, настройки-то у него? Алло. Ну, уже функции есть, нахрен. Ты можешь дома и свет включать, выключать там вот это... Да-да. Управление домом, такие функции. Там сейчас... Я вообще понимаю, да, телефон превратился там... Телефон, первая основная функция, должен звонить. И вот, и надо развивать его так, чтобы он, да, там из разных там... Как же, чтобы без мата выросли, без разных епеней, вот скажем так, он мог дозвониться без проблем, да, и что батарейка там держала там неделю, вот, но есть такие телефоны, да, там типа как Land Rover, которые вместе с автомобилем продают, вот эти телефоны, он там весь корпус прорезиненный, там его можно бить об стену, там, а... Еще там, ну, какие-то здесь вот манипуляции так, делать. Такая же хрень, то есть, вообще, то есть, без разницы ему. Я просто, я говорю, в кувшин воды налил. Налил в кувшин воды. И взял телефон просто и бросил его туда. То есть я его включил и бросил его туда. И все. Он лежит нормально, все. Ну, потому что у него в документации это написано, что без проблем там на метр можно, да, погружаться в глубину, нырять. Жень, скажи, а я бы сделал бы обзор. Galaxy S5, вот. Если бы, скажи, не бесплатно его предоставили, да, скажи, я бы сделал бы обзорчик с удовольствием, да, там. Да нет, обзор на него, ребят, я просто смотрел. Не, я шучу, я говорю, я говорю, если бы заплатили бы, да, там, за рекламу, там, сказали бы, слушай, там, Евгений, а давай ты там прорекламируешь. О, хаос потянулся. Привет, дружище. У меня iPhone 7 за 500 фунтов брал. Ну, извини меня. 500 фунтов. За 500 фунтов, да. А ты где брал его там? За фунты брал? В Англии брал, да, его? Ну, да. Если в Англии брал, то это еще нормальная цена, да. Я просто перевожу пока цены, которые здесь у нас. Да, если в рублевичи переводить, это дорогой телефон получается. Дорогой телефон будет, да, на территории России, да, там. То, ну, короче, да, семерка, естественно, он в среднем 70 тысяч. Он мне не нужен, хаос, он мне не нужен. Я в этот раз просто, у меня, блядь, флешки не было с собой нормальной. Вот, я уже хотел записать на него, кстати, влог небольшой, нихера вы тут чудите. Вот. У меня просто не было флешки нормальной, то есть я вот нормальную флешку прикупил для него, то есть, ну, высокоскоростная флешка, вставил в него в этот раз. Ах, Хаус, тебе крупно повезло, привет, Женек, привет, тагильчанин, что-то все как-то... к пол одиннадцатому подтягиваются. Слушай, завтра выходной еще, как будто завтра продолжается у нас будни. Пацаны, завтра нахрен опять, кому на работу? Не, хотя у меня есть в чатике писали, что да, где-то в школе там каникулы продлили, я не знаю. У нас ни хрена рабочий день, нифига не продлили, опять все. Завтра, да, хаос, курс вообще падает, доллар вообще упал, короче. А доллар упал-то потому, что в России долларов до хера стало. Акции Роснефти же, наше государство наше продало венчурному фонду. Вот, там за огромные миллионы долларов. И этих долларов просто сейчас появилось в России очень много, этой валюты. И, собственно, доллар пошел вниз, да и нефть пошла вверх, собственно, из-за этого тоже. Там же одно от другого-то недалеко отходит. И все, одно с другим, точнее, совмещается, и все это варьирует цену от курса. Да и как бы, я думаю, что скоро-то все рассосется уже. Точнее, начнет, наверное, рассасываться. Какой Геракл, смотрите. Так, давай... Пацаны, мне кто-нибудь дайте там, вы кого-нибудь выгрузите у меня там нахрен. Так. Доллар. Сергей Новиков, 31, спасибо за подписочку. Спасибо. Доллар у нас свалился, что-то он сейчас около 60 рублей, по-моему, стоит.
Евро тоже практически сравнялся уже с долларом, то есть фунт тоже падает. То есть валюта сама, самые такие вот три валюты основные, да, они падают сейчас вообще жестко. Игорян, вырубай, я сейчас отвезу и приеду. Так, фары включить, пацаны, а тут ночи такие, что-то мне кажется на этой карте, в этой игре, ночи светлые, я вот что-то как-то без фаров все прекрасно вижу. Лучше, чем 15-й. Да, ну, в принципе, вот, ну, вот включил, да, я так, ну, вот сейчас вот стал более-менее там, ну, да. Нет, если с видом от первого лица играть, то, в принципе, да, нормально будет. Да, да. Когда фары да. включаешь. А так вот, если с видом от третьего лица, то, в принципе, светлые ночи. Так, приходить. Так, Женек, потому что только начинает вставать. С постели. Нихера себе вы встаете. Да, пацаны, ну это нормально, че? Ну правильно, че? Так и надо, в принципе. Мне невыгодно донатить, ахаха. Да нет, дело-то не в том, что невыгодно донатить. Тут как бы хоть так, хоть так, хоть как, короче, все равно. Там. Ребят, донатить всегда выгодно, понимаешь? Ты поднимаешь настроение человеку, которому ты сдонатил. Естественно, потом поднимается настроение у тебя. Это всегда выгодно. Когда другому человеку приятно, тебе тоже приятно. А что-то мы даже поэтому... сегодня не поездили. Я что-то стою сегодня с этими дровами. Так на, покатайся, хочешь, на, иди на комбайне, порулей. Я сейчас Во, давай. Давай, сейчас я сейчас прям выскочу. Все, там, Жень, кусочек остался там. Я короче, вылепетываю, на. Пересаживайся. Иван, в РК сидит вся наша честная компания. Так. Вот видишь, пишут, ребята, у кого-то 12-го каникулы. Че со светом, Лех, все нормально. О! Ермошка, привет, товарищи колхозники и наблюдатели. Здорово, Серега. Здорово, Серега. А то руль подсоединил, а на руле сидит. Да, дрова не пилится. Вот на комбайне. Не, вообще, блин, я прям вот в 17-й, я не знаю, в 15-й руль не работал. Лично у меня, ну и у многих я знаю, не работал. Тут руль работает идеально. Вообще кататься одно удовольствие там. А там и геймпад через раз работал, собственно. Да, кстати, да. Я тоже как-то раз попробовал на гейпаде. Я вот сейчас на гейпаде, мне нравится в GTA-шку пятую. Я, правда, давно туда не заходил, но я как-то попробовал. Мне поприкололо. Кроме стрельбы. Стрельба, конечно, хреново. Не клеится у меня с прицелом. Так. Что бы мне захватить? Так, Кирюха, а ты на дровах еще нет? Тут какие-то бревна вот лежат. Да, мы на дровах с Игоряном веселимся. А, я понял. Короче, вам сейчас там это... Слышь, у нас там бабла нет, ни хрена. Давай веселиться будем. Сейчас бабосы заработаем, нахрен. Так вот, Вован пишет. Авторитетом для меня являетесь только вы. Блин, Вовчик, да не мы для тебя авторитеты. Да должны для другие. Ну, мы так чисто. На нас, точно, на нас равняться нельзя. Нельзя. Нет. Ну, спасибо большое за приятные слова. Так, Лёха, как взяли кредит, я отдаю сейчас по-тихому. Слушай, а вот на этой фигне от первого лица нельзя ездить, да? Там окон нет, Лёха, посмотри. Слушай, а чё это за тюрьма на колесах? Я не понял, нахрен. Как она вообще? Чё, она не заводится? Где ты вообще сидишь? А, во, это у неё скорость такая мощная. Охренеть, слушай, она вообще не едет. Жень, как ты на ней ехал-то, я не пойму. На чем? Вот назад. А вот на это. Нормально, на шреддере-то. Нормально покатался. Слышь, ну вообще капец. Она ездит 1 метр в год. Чё ты хочешь скорость? Да, 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 да. На слушай, в натуре. Во, вот теперь скорость пошла. Сейчас с помощью Кирюхи, да, попёрла она. Главное, чтобы она сейчас не на эту ботву не перевернулась. Так, и что здесь надо включать? Кирюх, куда подруливать? Вот так вот, вот. Бля, здесь еще руль крутится совсем... Бревно несу уже. Так. Подожди, а руль здесь крутится вообще? Нет? А, ты меня поднял. Нет. А я к рулем наяриваю. Слышь, а ты мне... ты меня задрал. Думаю, что руль ни хрена не крутится. И... Включай свою шарманку, останавливайся. Подожди. Так, подожди, братва. Что надо нажимать, говорить так? Я нажимаю все подряд. Нет, это я... Стоп. Вот так вот.
Да, теперь вот так вот, все, включил. Игорян, ты что, руками закидываешь, я не пойму, там дровище. Нифига. А, Димон, прости, Димон, а я тебе... Дим, прости, Дим. Лёх, ты тоже можешь выйти и пилить, и руками закидывать. Чё, правда, что ли? А чё молчали? Кирюх, ты ничего не покупал, куда деньги ушли? Ну, куда деньги ушли? Я Жека, когда ты будешь разыгрывать геймпад? Да вот, соберемся, разыграем. Вот. Чуть-чуть осталось. Разыграем. Геймпад там еще одну приблуду разыграем. Товары есть, понимаете. Продавать жалко. Вот. Думаю, подписчикам будет гораздо прикольнее. Приятно, то есть продать его, копейки за него выручить там за этот геймпад, кому он там нужен. Вот. Без этого разыграем его. Лёха, ты чё сейчас пилил? Как чё? Дерево? У меня нет никакого дерева. А у меня дерево. Чё, хотите сказать, что у меня глюк, что ли? Не пойму. Так, ты будешь новый покупать или уже есть? Нет, новый не буду. Пока не планировал покупать. Не планировал покупать новый геймпад. Подожди, Горян, постой так. Постой так, ребят. Как видон, а? Дай потоньше возьму. Завтра, наверное, проведем. Посиделки будут. Посидим. Поболтаем. Надо Спинтерос разыграть еще. Он залип у меня, этот Спинтерос. Надо разыграть. Чудо Нового года собирался, и все, никак руки до него не доходят. Я всю жизнь про него забываю, потому что стараюсь постоянно забыть про него. Пацаны, а как вы бревна берете? Я не могу взять бревно ни хрена. К нему надо подойти, смотреть на него. И все. Кого включить? У кого так микрофон засирает чудовищно? Ты его прям в рот засунул к себе, что ли? Отодвинь его чуть-чуть от рта. Пацаны, как бревно-то взять? Дайте, покажите, что, я не могу. Подходи, нажимай на него. Ну, подошел, нажал, и ничего не происходит. Нужна лапа. У меня рука не появляется почему-то. Спинтерос, тебе не забыть, с него все началось. Я бы так не сказал, Хаус, что мне прям не забыть его там. Не. Я уже сейчас, в принципе, не вспоминаю про это, про все. Разгрузите, пожалуйста, кто-нибудь. С него все началось, на нем все и закончилось, в принципе. Игорян, все, да? Переезжаем на другую платформу. Но я перетаскал руками. Так, сейчас прям на секундочку, ребят. Публика же, видишь, она... я просто допускал очень много ошибок по поводу этого Спинтероса, опять же. То есть нужно было изначально начинать стримить разные игры, не заострять свое внимание на какой-то отдельной игре. Ну вот и все. То же самое, допустим, и с ETS связано. То есть игра себя в принципе изжила целиком и полностью. И, кроме отвращения, если честно, больше ничего не вызывает. Все. Так. Устал, наверное, устал я от этих всех игр уже, вот этих покатушек, так скажем, да. Хочется какие-то поиграть уже другие совсем жанры.
То есть все равно же от жанра устаешь. Нельзя же играть в одно и то же, потому что банально ты устаешь очень сильно от этого. Я вот просто, знаете, наверное, поздно увидел ролики, вот, например, ну, одного блогера там смотрел, то есть он там хорошо очень поднялся на, допустим, той же GTA-шке, да, на пятой, то есть или на другой любой какой-то игре, но сейчас он начал стримить, допустим, Контру, и его никто не смотрит. Но это же очевидно, что нельзя до такой степени доводить канал, что тупо уже твой контент просто не хотят смотреть. Потому что для этого за контрой, например, они идут уже к другому стримеру. И они к этому уже привыкли. То есть они не хотят уже этого менять. А ты начинаешь ломать, так сказать, стереотипы. Ты начинаешь им показывать... Опять же, возможно, когда-то они сломаются, эти стереотипы, но, опять же, это уйдет очень много времени. Так что заострить свое внимание на каких-то конкретных играх никогда нельзя. Это, например, кто приходит смотреть к тебе на канал игры... Он приходит именно смотреть тебе на канал Спинтайрос. Ему нравится, потому что как ты, например, показываешь этот Спинтайрос ему. Вот. А, например, ферму он ходит к другому смотреть там. То есть в этом-то и была ошибка изначально сделана. Но, понимаете, не ошибается тот, кто ничего не делает. Ни хрена не делает, точно, да. То есть у меня, понимаете, это, наверное, я не учусь, наверное, на ошибках других. Или точнее, наверное, я уже увидел поздно эту ошибку у других. Вот, то есть не нужно было заострять внимание просто. И делать все с самого начала, так как нужно. Так, Жень, а что за игра в группе, где фура изображена? Ну, она как бы там... Я говорю, там есть какое-то рабочее название у нее. Ну, оно такое. Мы с разработчиком представим буквально... Вот стрим на днях я устрою. С разработчиком представим вам эту игру. Посидим, побеседуем. То есть расскажет о перспективах, о том, что... Он хочет увидеть от этого проекта. Что сегодня готово, покажем. Вот. Конечно, это в зачатке еще. В зачатке проект. Вот. Но, знаете, то, что я увидел, мне понравилось. Вот честное слово. Да будем ждать. Будем ждать. Мне вот редкий случай, когда я какую-то игру включаю, и она меня, чтобы зацепила сразу же. Она меня зацепила абсолютно сразу, когда я ее только включил первый раз. Я имею в виду, когда я увидел ролик, снятый с самим разработчиком. То есть, ну, вкратце там было снято, да, что-то, какое-то небольшое видео. Вот. И меня, если честно, зацепило. Да поехали назад. Во, нормально. Купи мне фермер симулятор 2017, у меня температура, мистер Лимон. Это офигенно, это координаты, оставляй куда прислать, готовы уже ферму, без проблем. Мы тебе вышли, мы тебе торрент-трекер вышли. В подарочной упаковочке все будет. Заархивируем его. Только пароль не скажем, пока не заплатишь. Кирюха, я тут дерево распилил уже. Здоровое было. Неси его сюда. Так, а я не могу унести, оно здоровое. Это BMG. Нет, это не BMG.
что значит похоже. BMG развивается на своем движке. Этот движок экспериментальный. Это очень мощный движок, который требует неебических усилий от железа. Вот. Это не BMG, это движок Unity. Я вас могу разочаровать и, наверное, удивить. Вот так уже умеет рисовать картинку движок Unity. Ну вот, а я сейчас уже не по открытому полигону, а там по небольшому, так сказать, ну так, по небольшой карте. Кирюха, покатался. А как перезаправить эти самые семена? Жека, привет, 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 ребят, всем привет, кто только что пришел. Ну, буквы вроде какая-то. Всем привет, там, ребята. Я подъезжаю, а он что-то не показывает. Так. Нет, почему? Должно. А, семена это вон там в дальнем у нас. Ну да. Понял. Жека, привет. Когда будет Space Engineering в ближайшие дни? Опа-на! Никого там не прибил? Женя, сколько в этой игре авто будет? По поводу автопарка, это вы понимаете, зададите уже вопрос на стриме. Непосредственно разработчику. Меня как бы сейчас больше интересует сам проект именно, как таковой. То есть меня не интересует, сколько там автомобилей будет. Вот, потому что это очень-очень раннее то, что мы покажем. Очень-очень. То есть так скажем, ну, превью небольшое. Совсем крохотное. То есть проект постоянно разрабатывается, там каждый день все меняется абсолютно, то есть все это на глазах. Я думал, что у меня последний билд, буквально они мне 2 дня назад высылали, или 3 дня назад. А здесь, оказывается, они уже прикрутили очень много фишек, и что у меня, оказывается, уже старый билд, блин. Но все эти фишки, естественно, мы уже увидим на стриме, они достаточно интересны. Заинтригую сейчас вас. Игорь, ну, нижний, не говори, блин. А уже. Бля, пацаны, дерево на дорогу упало. Я дорогу перекрыл. Тяжелые. Инвестировать в этот проект пока на рассмотрении, так скажем, все это дело. Конечно, какой-то вклад я внесу в этот проект, это естественно. Так. Это, понимаете, это не решается инвестиции и все прочее за там какой-то короткий промежуток времени. То есть это собирается вся команда и обсуждается абсолютно все. То есть те люди, которые ее разрабатывают, те люди, которые ее собираются продвигать, то есть все собираются и, собственно, принимается какое-то решение. Заключаются какие-то договора. Это же не заключается, допустим, как сказать-то, ну, посидели, поговорили и решили на этом. То есть заключаются конкретные договора. Если ты собираешься инвестировать в эту игру, значит, ты заключаешь небольшой договор.
Потому что, понимаете, в наше время никто не хочет платить большие деньги куда-то во что-то, что в принципе не принесет никакого, ну, так скажем, эффекта от того, что ты во что-то, ты если инвестируешь. Вот здесь вот, наверное, единственный косяк, вот когда едешь с видом от первого лица, тебе не видно левую сторону. А просто камеру поверни тоже, не все. Так и ехать так с повернутой. Я правую не смотрю, я смотрю на левую нахрен. Опа, блин, не могу никак. Вот я про это и говорю, что вот почему-то неудобно. Блин. Ну подожди, дайте мне нахрен схватить этот кусок. Иди тут, оп. Почему в Ютубе не снимаешь? А что я должен в Ютубе снимать? У меня сегодня, я, так сказать, на стриме по приглашению вообще нахожусь. То есть никакого конкретно, так сказать, стрима я вообще не планировал. Бля. Добью этот кусок. Блядь, все-таки я добью его нахрен. Я нахожусь в гостях, и просто я как бы на Twitch решил сделать. На Ютубе Алексей стримит. То есть к Алексею добро пожаловать на стрим. Он на Ютубе сейчас стрим ведет. Бля! Слышь, мне поэтому... Лёха, крепись. Поэтому мне навернуло, слышь, поэтому. Блин. Иди. В репу брёл. А чё так получается? Чего надо нет? Блин, ну нахер, дайте мне хоть одно бревно положить. Дай что-то это распилю. Привет, нахер. Джека, привет, привет. Женя видел еще один проект, который разрабатывается, называется The Game. Русский My Summer Car. The Game. А зачем еще один My Summer Car нужен? Понимаете, кайф. Вы получаете кайф, когда вы видите игру в первый раз. Вот она была обалденная, My Summer Car, когда я ее увидел в первый раз. И она сейчас для меня обалденная, и она останется для меня очень хорошей игрой. Я все-таки, наверное, когда-нибудь, блядь, я соберу эту гонку в этой игре. Потому что для меня это просто адово уже становится. Я сколько раз уже начинаю сначала, но в этот раз у меня резервные сохраняшки есть, так что мы все-таки продолжим, я думаю. И надо нам разобраться, как это СТО это работает и вообще как туда машину надо подгонять, чтобы он ее наконец-то начал ремонтировать. Что, поднимаешь? То есть, понимаете, давай. Вот она цепляет. Игра появилась, мы посмотрели, она зацепила. А по поводу того, что кто-то там еще что-то такое разрабатывает. Меня, понимаете, меня заинтересовала идея того, что проект это вот опять же это ТДУ. Понимаете, этот проект, он не будет как ЕТС. Это не будет ЕТСом в таком роде, каком он есть. Сань, садись. Где в ЕТС в главной роли, блядь, машина. То есть суть игры-то не про машину. Понимаете, в ETS главный герой это груз, блядь, который тебе нужно из точки А в точку Б перевести. Все. На этом вся задача решена. Если вот, знаете, сесть просто на бумажке, расписать абсолютно весь ETS, то есть, может быть, как-нибудь мы это сделаем. Вот. То получается, в главный герой у нас груз. Машина у нас второстепенная роль уже идет. Вот. И, собственно, на третью роль идет, собственно, тюнинг. Ну, тюнинг. И на четвертой роли идет уже все эти карты. Бля. Да хуже. Слышь. Хуже, гораздо. Блять, бревно это я же не могу. Как, бля, бревно это закинуть нахер? Ну что, блядь, захватить? Да это хрен ли ты взял, блядь? Мне на твое бревно вообще насрать, не на свое бревно. Нет, боком! Нет, ты его боком уложь туда. Да я боком не могу, нихера, ну, блядь, оно не за. Куда оно делось, нахуй? Вот оно, блядь.
Сука, я сейчас его, блядь, пору, как из, блядь, порубай его, знаете, нахуй. Блядь, оно падает, нахуй. Чё за херня-то, блядь, а? Бля, ну ёк. В натуре, вот, ну, я не знал, что в ферме бомбить может начать, блядь. Как оно, блядь, а? У меня тоже что-то бомбило, кстати. Ну и чё, ну взял я его, на, и как у бока оно падает, подлюка. Ну его получается, ты аж эту поднял. Твою мать, блядь, а. Ну чё, блядь, издевайтесь давно, нахуй, я ещё, блядь, удалю её нахер, эту игру, блядь. Всё, блядь, с завтрашнего дня мы на сервак продаём, нахуй, он мне такой не нужен, блядь. Блядь, это херня это, блядь, а. Чё, багуется, что ли? Да, да не багуется ни хрена, я его не могу положить, оно, блядь. Так еще подопну туда. Ну там, там ювелирно, видишь, надо его так затолкать. По идее, это да. На чурке надо дерево распиливать и закидывать его в шредер. Я на чурку распилил, блядь, она. Подожди, да, сейчас я подожди, не трогай, Горян. Блядь. Сейчас я просто да, там с чурками, блядь, бывает я... такой геморрой, что ты эту чурку закинуть туда не можешь, на которую ты напилил, собственно. Вот. А по поводу ТДУ проекта, то есть я вот про ЕТС сейчас только что рассказывал, вернемся к теме. А по поводу ТДУ проекта, в главный герой у нас будет это наш водитель, наконец-то водитель. Вот это просто интересно, даже будет сравнить нахрен вот это вообще вот эти. Спасибо большое за подписку, ЖК. Сап психует, пишет. Да. А я сейчас знаю, я сейчас вообще нахер уже чувствую, блядь, уже не психую, я сейчас просто начинаю разрываться, блядь. Вот я всегда, у меня вот это, блядь, это самое для меня что-то, блядь, жопное, это вот именно, блядь, бревна. Вот на этом говне, вот на этом, я не знаю, блядь. Женя, этот проект висит в группе My Summer Car в разделе ссылки и че. Ребят, группы My Summer Car ВКонтакте официальной нету. Нету. Разработчик и издатель не предусмотрели этой фишки, что создать официальную группу. А то, что там создана какая-то группочка. То есть, понимаете, это та же самая группа, официальная группа Spin Tires. Ну, как, какая она официальная? Кто ее так назвал официальной? Садик ее так назвал. Сами. Ну, сами назвали, блядь. Это то же самое, что я сейчас создам, например, группу, блядь, Барака Обамы или там, кто у них там сейчас, да. Трамп. Это то же самое будет, то есть, это не группа, понимаете, это подделка. Подделка, основанная на франчайзе, конкретно. На игре. И такими броскими просто словами не нужно разбрасываться, что вот, там, якобы там в группе, там, My Summer Car. Нету группы My Summer Car, ее не существует. И столько же сайтов сейчас уже, там, я что-то около 150 сайтов, по-моему, нашел. Недавно заходил. My Summer Car, блять, обалдеть можно, я просто в шоке. И единственный сайт нашел разработчика. Я вообще в шоке был. Мне просто нужен был официальный сайт разработчика. Вот. Я что-то поленился, короче, не посмотрел его в Стиме. В Стиме всегда, всегда есть официальный сайт разработчика. Вот. Я потому что, понимаете, если с разработчиками переписываюсь, я с ними переписываюсь, ну, с разработчиками, с издателем, я переписываюсь с ними напрямую. Я не переписываюсь с какими-то посторонними там группами там или еще с кем-то. То есть мне не интересны эти люди. Мне интересен сам человек, к которому я хочу обратиться. Я всегда такую, как бы, политику придерживаю. То есть, если мне, например, ну. Там, я не знаю, нужен будет Жан-Клод Ван Дам, то есть, если я захочу ему что-то сказать, я буду стараться выйти именно на него, а не на кого-то там еще.
То есть там на группу ВКонтакте или там в группу Фейсбуке. Я знаю, что все эти группы есть. Но мне же нужен будет сам, допустим, Жан-Клод Ван Дамм, а не какая-то сраная группа. А, я мимо кинул, а. Понимаете, если у меня есть вопросы к издателям, я пишу издателям напрямую. Если есть вопросы к разработчикам, я ищу сайты разработчиков. И пишу им саппорты, то есть, и без проблем всегда отвечаю. Есть. Кстати, меня всегда удивляет, что мне всегда отвечают. Так, Жень, тебе от Сани Смагина привет. О, ему тоже привет. Так. Привет, Саня. Че это, он только что подтянулся, что ли? Тоже, видимо, только что оклемался. Не-не, был сегодня днём. Сейчас там в Расте, да, там сейчас, там вся заваруха, сейчас там центр мира. Не, ну я мискрейт, наверное, все-таки сделаю сегодня стрим по мискрейту еще. Ну такой будет, я бы не сказал, что большой стрим, маленький стримчик, мы просто посмотрим игру, то есть я вкратце расскажу, что я про нее именно знаю. То есть мы посмотрим внешнее, так сказать, внутреннее, точнее, наполнение мира, там, что там есть. Ёпка, ну как там все это есть? Блять, ну Лёха, Серега, ну нахрена ты, блять, не помешался? Я только уж я унес, блять, 45 минут я унес до машины, блять. Блять, все, блять, проглотила она это говно. Все, докашиваем и заканчиваем. Блин, вообще я нахрен, блин, Женя. Блин, спалю весь лес. Сейчас зайду и втихаря я весь лес спалю нахрен. Чтобы его не убирать, не мой. А правда, слушай, а почему если не придумали спалить его нахрен? Поджечь? Поджечь его нахрен и все, спалить. Не, ну так головешки-то все равно убирать придется. Да, головешки тоже. Ну а подмести что? Подметем еще веник, блядь. Смахнуть. Уголь продать. А почему бы и нет? Да. Бля! Твою. Чё-то плевалка пустует, стоит одна денёшенька. Оп, оп, да, всем интересно брёвна таскать. Оп. Так, стрим идёт 2 часа 8 минут. Оп. Чё такое? Поехали. Сейчас тут... О. А вообще охеренный кусок, я лепту внесу. Что, дерево все хочет взять? А слушай, а там какой-то чупенек у нас лежит, падает под машиной. Достать не могу его. О, блин. Тихо, сейчас нормально, сейчас нормально. Прямо вот туда метнем нахрен. Все, я научился. Да нем даже пары. Я чемпион мира, поэтому теперь по закидыванию бревен. Вот, Лех, смотри, какой я корягу тащу. Вот, а я такую еще только что, ну не только что, а да, это закинул. Это таблетка, что ли? Че, тоже дерево. А вы там их пособираете, маленькие? Да мы все пособирали, Кирюх, уже, короче... Утомляет нахрен это сборище, блин, этих пеньков. Так, Барса, Леха, дыши глубже. Да я сейчас чайку с этой. С дурман травой сейчас отхлебну. Передайте привет, Карабаш. Да-да, всем привет. Так. Это босс 5, ты уже вспоминал. Да-да-да. Оп.
Да ты его зря, Санек, оставил. Я сейчас, кстати, зайду в этот, в TeamSpeak-то. Они, наверное, там все. Димону тоже, кстати, приветик. Так. А что у нас там дохрена осталось убирать-то? Жень, ты там все подобрал, нет? Я все собрал. Больше ничего нет. О, у нас, блядь, все он практически, блядь, все подчистую. Ну. Ну что, наверное, я думаю, что, наверное, пора заканчивать, наверное, да? Я да, принял, да, конечно, ну. А то уже, да, уже начинает, как это, уже так, херня избирать. Таблетки таскаем. Таблетки таскаем, да. Один таблетку, другой целое дерево несет. Слушай, дай-ка я вот эту распилю, а вот эту распилить можно? Нет, нахрен. Вот пойдем, опору. Пойдем карболол пить. Не, сейчас другие напитки. Более истинные, да? Как в этот. Где там 6 кадров, что там передача была, да, там типа говорит, вот вам успокоительное дает бутылку водки, там вот вам от стрессов тоже бутылку водки, вот там еще там отчета бутылку водки. Он говорит, доктор, а есть что-нибудь кроме водки-то? Он говорит, не, ну конечно есть, но вот это лучше помогает. Mm-hmm. Поэтому нахрен все это... Ну что, будем завершать? Да, да, давай... Что-нибудь под... Жалко, как в GTA нельзя что-нибудь подорвать в конце, тут что-нибудь взорвать, сжечь, спалить какой-нибудь, ритуальный танец танцевать. Ну ладно, фиксим. Тогда обойдемся просто по-тихому. Лехе срочно выдайте узбагаин. Да. Сейчас выдадим. Так. Чувак шарит в лекарство. Кварти, спасибо за подписку. Ну, я надеюсь, кто-то придет, кто-то не придет. Следующий стрим у меня будет чуть-чуть попозже. Сейчас я быстро перекушу. Вот в TeamSpeak зайду, там переговорю. Придем. И, собственно, начну. Мисс Крейт, посмотрим на игрушку, посмотрим, что это такое, с чем ее едят. Ну, вообще, и стоит ли платить, так скажем, 1200 рублей за нее. Вот, потому что эта игра стоит. Да, кстати, вот это вопрос. Это именно, Жень, насущный вопрос. Вот именно это, да. Потому что игра новая, да. Ну, например, я думаю, что мало кто про эту игру знает. И посмотреть на стриме будет, я думаю, очень интересно. Вот именно в том плане, стоит ли отдавать такие деньги за нее. No. Ну, а тем более игра, если еще вдобавок мультиплеерная, блин, это в разы к ней, я думаю, интерес должно проявить, поэтому обязательно. Глянь, разгружай, и сейчас я буду продолжать. Женек, где будет стрим? Стрим на Твиче будет? Может быть, на Ютубе еще, не знаю пока, не решил еще, я такие вопросы решаю обычно перед стримом. Возможно, и там будет. Посмотрим. Там, по-моему, музыка есть, а музыка там, естественно. YouTube там исклянчит весь, опять в почту долбить будет, блядь. Ну, что, блядь, на то, ага. Там музыка у вас вся авторская, то все, блядь, и ныться будет. Там проще, знаете, мне вот иногда, у меня доходит до того, что иногда просто охота уже нахер ролик удалить, чтобы он никогда мне эти письма не присылал. Он же, сука, мне присылает, находит какие-то авторские песни из роликов, которые я 2 года назад снимал. Ёбаные рога, блядь. Ну да, мы с тобой говорили, да? Тогда на Восточном экспрессе, нахрен, этот у меня вой сирены, и они нашли, что это где-то, блин, с какого-то там, я не знаю, ну и там по-английски было все написано, что типа там полис, там сирен, что там какая-то фигня, и что они до нее докопались, понимаешь, то есть просто уже ни музыки я не делал, ничего не делал, я поэтому в Восточку сейчас только на Твиче и только на Гудгейме, потому что нахрен это... Я говорю, Лёха, тебя сразу скоро за свой голос начнут уже там... А скоро да, слышишь, а ты с ним голосом разговариваешь, слышишь, ты опять голос не твой, пошел ты нахрен, давай тоже... Ну это бред, это уже бред. Это бред полный, конечно. У Ютуба это уже доходит до...
стадии бреда, блядь. Давным-давно. А, кстати, Женя, еще к этому вопросу, ты в курсе? Очень много блогеров сейчас пишут, причем таких, ну, известных, не будем называть там, что дохрена стало пропадать со счетчика просмотров. То есть ребята стали обращать внимание, да, там, которые, говорят, они, говорят, просто стали они скрадываться. Ну, естественно, те, у кого там по миллиону просмотров, они стали обращать внимание. У них там же тоже за ними есть целая команда, это не секрет, правильно? Что там не один человек сидит, там есть целая команда, которая это все дело, там продюсеры, все это тыры-пыры. Они прям откровенно начали ловить YouTube, что он просто стал украдывать просмотры. То есть счетчик спиливать начал. Понимаешь, то есть YouTube вообще в последнее время начинает какие-то, ну, заниматься какими-то непонятными вещами, то есть докапывать. Ну, понятно, что... Ну, тагильчанин пишет, вон, у Ютуба старческий маразм. Это действительно так и подпирает уже его. Тагильчанин, а я скажу проще, это деньги. Это все упирается. Это все деньги, да, банальные деньги. Потому что они, считают, что ютуберы и так до хера зарабатывают, да, там, на донатах, на том зарабатывают. То есть они, миллиарды те, они не учитывают, которые они получают от рекламы. То есть я не знаю. Так они даже, я говорю, там уже, говорю, до маразма доходят, да, там что-то, вот эти вот всякие там запреты на каждый ролик там практически пишут, что он в каких-то странах запрещен, да, там в какой-то там запрещен, в какой-то там Папуа Новой Гвинеи. Да мне насрать на это Папуа Новой Гвинеи, нахрен мне это пишете, да, там. Но. И меня тут... Не, вот я просто, знаешь, я в этот раз разговаривал с одним разработчиком, он занимается разработкой игр на платформу Android. Он говорит, я делаю игру. Самое что интересное, вот что-то вот тоже разговорились по поводу YouTube, по поводу всех этих авторских прав. Авторские права остаются за ним. То есть авторские права принадлежат ему. Он делает игру там на машинке, ну какую-то простецкую игрушку, я, говорит, сделал специально, попробовать. Он выкладывает эту игру бесплатно. И он помечает о том, что он не хочет получать с этой игры вообще от рекламы доход. То есть YouTube, Google конкретно, он обязан не включать рекламу в эту игру. Он говорит, я сам скачиваю на свою платформу, нахуй, эту свою же, говорит, игру буквально, блядь, после публикации ее. Ну, что ты, говорит, думаешь, блядь? Там сразу, говорит, там на площадке, в магазине, там сразу написано, содержится реклама. Он говорит, я написал письмо туда. Я, говорит, буду, блядь, до талого, говорит, заебывать этот Google, блядь. Что, почему, если я бесплатно делаю игру, и если я отказываюсь от любых финансов, чтобы получать какие-то финансы от рекламы, которую YouTube может затолкать в эту игру. Я, говорит, отказался специально от всего, а Google специально засунул в игру. То есть, чтобы бабки грести себе уже. Вот. Охренеть. Это деньги, ребята. Деньги – это плохо, это зло. И чем у вас больше денег, тем вы становитесь злее. Всем огромное спасибо, что пришли сегодня к нам на стрим. Надеюсь, вам понравилось. Комментируйте, там, ставьте лайки или дизлайки. Что хотите, то есть ставьте и... Короче, да, как вы оцените, да, так и пишите. Ребята, ну, кстати, спасибо огромное, да, всем за просмотры. Огромное спасибо, что были с нами, поддерживали нас и материально, и морально. Огромное спасибо вам. Так, кстати, вот Александр Авдеенко, спасибо еще за подписочку. Ну что, ребята, а мы, как всегда, желаем вам всем здоровья, вам, вашим родным, близким, друзьям, знакомым. Берегите себя, берегите друг друга. Мы с вами не прощаемся, приходите к нам в гости. А мы, я думаю, Жень, еще не раз вместе... Ну, естественно. Думаю, может быть, и в раз еще с тобой обязательно на сервачке побегаем там. Постараемся, да-да. Я зайду обязательно на днях, посмотрю, что там да как. Ну, все, ребят, счастливо. Всем спасибо. Всем пока, до новых встреч. Всем пока, до новых встреч, ребят. Пока-пока.